цікава тема ДБН на публічному обговоренні Connections. Мене звати Дмитро Макагон, і я модератор сьогоднішньої дискусії. І на правах модератора, перш ніж почати, я хочу зробити анонс двох невеличких подій. Перша, вже на наступному тижні, 28 березня, лекція Єгора Власенка на тему «Чи можлива житлова політика в Україні?», де це буде обговорюватись не з боку законів та законопроєктів, а з точки зору логіки та побудови самої житлової системи. І другий захід, більш масштабний, це міжнародний архітектурний фестиваль Connections, який проходитиме 20-21 квітня, де буде велика кількість воркшопів, лекцій, в тому числі моя, де я спробую розповісти, що житло можливо бути якісне за помірною ціною, а ну і найголовніший гость – це Ян Гейл, данський архітектор, професор та консультант з міського планування, який буде презентувати свою книгу «Міста для людей» українською мовою. Тож не упустіть можливість, приходьте на 11-й фестиваль Connections. Ну а сьогодні тема дискусії – державні будівельні норми, цивілізовані норми. І в нашій дискусії приймають участь Віктор Зотов, архітектор, засновник архітектурного бюро Zotov & Co. та Connections. Дмитро Піспалов, спеціаліст з транспортного будування. Гленда Роман, директор ТОВ «Українська будівельна технічна експертиза». Дмитро Васильєв, співзасновник та головний архітектор компанії «Архіматика». Олексій Пахомов, архітектор та співзасновник бюро О. Лев Парцхаладзе, заступник міністра Інги Гонбуд. Ну і почнемо ми. Нас на минулому тижні сталася подія, зустріч архітекторів з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, де була міністру показана презентація норм, які потрібно, які громада хоче відмінити, застарілих норм, неактуальних та подекуди неадекватних. Тож я хочу запросити Дмитра Васильєва, щоб він нам розповів, що це саме за норми, бо у людей виникають побоювання, що ви там в зговорі з забудовниками, ну і взагалі, що відбувається, поясніть нам, будь ласка, покажіть ці норми. Дякую. Добрий вечір, дами і господа. Мене звати Дмитрий Васильєв. Я практикуючий архітектор. Возможно, ви знаєте мене, возможно, ви знаєте проєкти, которыми ми займалися. Да? Я, к сожалению, в этой темі по обсуждению ДБНов недавно попав туда, можна сказати, случайно, на собственной ініціативі. Ми практикуємо вже 12 лет, ми достатньо много строїмо. Разные объекты, ну и, конечно, пытаемся делать это хорошо и с максимальным комфортом. Но за время практики мы наталкиваемся на, часто в практике, на какие-то, скажем так, некоторые архаизмы в наших ДБНах, некоторые противоречия и все время, скажем так, странно вынуждены выполнять какие-то требования, которые, в принципе, уже никому не нужны, практика их не подтверждает. Поэтому мы все время там ворчим у себя в кругу профессиональном, да, жалуемся, что нормы старые, но, к сожалению, там не поднимаем головы от проектной работы. Я думаю, что тут многие коллеги узнают себя в этот момент, ну и продолжаем по ним двигаться. Но в какой-то момент мы решили, что в принципе, можно этот вопрос поднять, можно его обсуждать и выдвинулись вот с такой презентацией. Я кратко по ней пробегусь, и я думаю, все ее уже видели здесь присутствующие, потому что всем интересен этот вопрос. Да. Коротко по пунктам, я думаю, что всего было три группы вопросов. Это
вопросы, которые у нас на практике реализовываются по-другому, или, в принципе, можно было бы их реализовать по-другому и уже по-другому строить. Это вопросы, которые нужно еще долго и длительно обсуждать, в том числе как бы вопросы безопасности. И сама методология обсуждения этих норм, внесения изменений именно с профессиональной общественностью. Да? Ну, первое, всем понятный вопрос. Я отмечу, что вопросы предварительно проговаривались и на рабочей группе министерства, и вот были представлены без изменения, хотя и премьер-министру, ну и хотя многие из них, они уже отработаны в новых редакциях, а другие, допустим, нет. Понятно, что мусоропроводы, как-то у нас презентация немножко подключивает, часть кадра опускается, да? Я думаю, что мы сможем это додумывать, скажем так. Первая страничка – это просто у нас заглавие непосредственно темы, вторая – там цитата из ДБН. Ну, мы все понимаем необходимость сортировки мусора, да, к сожалению, мусоропровод его не обеспечивает, он сваливается в одну кучу, и если вы понаблюдаете по новостройкам города Киева, к сожалению, они все практически заварены и не эксплуатируются, потому что, как правило, жильцы и ОСББ или ЖЭК принимают решение их не эксплуатировать. Ну, соответственно, мы не предлагаем их запрещать, мы предлагаем дать возможность выбора системы мусороудаления. Либо это контейнеры, либо подземные контейнеры, либо это специальные комнаты на первом этаже со специальными мероприятиями, которые позволят разместить эти контейнеры, либо открытые площадки, либо мусоропровод. Здесь рынок, я думаю, все расставит по желаниям потребителей. Второе, совмещенные кровли. Как вы знаете, в жилье совмещенные кровли у нас запрещены, хотя много примеров реализованных проектов. В принципе, технология отработана. Сейчас, скажем так, у нас не Советский Союз, у нас не выдают квартиры принудительно, да, каждый выбирает, что он покупает. Вы можете купить квартиру на верхнем этаже, зная, что там совмещенная кровля, как бы, и никаких проблем там нету. Технология уже позволяет выполнить ее достаточно качественно, для того, чтобы она не текла и отвечала всем нормам на звукоизоляцию и теплоизоляцию. Ну, проблема, вечная проблема – это остекление балконов и лоджий, да, которое происходит хаотично, бесконтрольно, превращает здание в поле архитектора, это всегда как бы испорченные фасады. А почему это происходит? Потому что официально, к сожалению, их стеклить нельзя, хотя на практике вы видите, что стеклят их все. Ну и в результате как бы мы теряем эстетику, а приобретаем тот комфорт, который хотят граждане, но приобретаем его хаотичным путем. Давайте разрешим и систематизируем этот вопрос и сохраним то, над чем архитектор работает годами и месяцами, внешний вид, ради чего он, собственно говоря, и тратит свое время. Второй вопрос – это кухни-ниши. Еще один вопрос, да. Как вы знаете, по нашим ДБНам они разрешены в однокомнатных квартирах, то есть можно располагать кухню в единственной комнате квартиры. В то же время нельзя располагать кухню в комнатах квартир двух, трех, четырех комнат. Ну, как бы странно, когда мы... Конечно, там есть оговорки, их надо сохранять, это там только на электроплите, только с дополнительной вентиляцией, да-да-да-да-да. Это все технические моменты, которые, в принципе, можно отработать и внести в ДБН, да. Общие комнаты. У нас до сих пор регламентируются площади, ну, допустим, вот общие комнаты, да. Сейчас тенденция рынок и... скажем так, пожелания потребителей, они говорят о том, что общие комнаты часто, в 90% случаев, они объединяются с кухнями, да, и в принципе, в таком случае у нас, как мы уже говорили, предыдущая норма не разрешает нам сделать кухню в нише двух-трехкомнатной квартиры. Мы теряем таким объединением комнату 17 метров, ну и квартира выпадает из нормативного поля, хотя в принципе многие хотели бы жить в таких квартирах. Это подтверждает практика. Потом, у нас разрешен опуск лифтов в паркинг, связь основной группы лифтов с паркингом в нежилых, в общественных зданиях. Да? То есть в офисах, где работает по 1000 человек на этаж, там, в торговых центрах, вы можете опуститься на лифте в паркинг, выйти через противопожарный шлюз, и никто не видит в этом проблемы. В жилье, где там 5 квартир на этаж, ну, к сожалению, такой возможности нет. Это напрямую запрещено нормативом, хотя это комфортно и удобно, как бы, и в принципе применяется во всем мире. Размещение паркингов. Как вы знаете, наши ДБН запрещают размещать паркинги. Можно так подматывать немножко кадр, чтобы он был показан полностью.
запрещает размещение паркингов под учреждениями общепита, спорта, культуры и охраны здоровья. То есть это что значит? Что приезжая в фитнес-клуб, вы ставите машину, к сожалению, не в подземном паркинге, а вынуждены создавать вокруг фитнес-клубов вот такие асфальтовые поля, да, потому что по нормативам, к сожалению, мы не можем этого выполнить. Да, я согласен, наверное, под стадионами, уникальными спортивными аренами с целью пожарной безопасности нет смысла, может, это делать, ну или как-то по-другому регулировать, но под обычным спортклубом, в принципе, это было бы комфортно, логично и хорошо. Точно так же под музеем. Все современные музеи, да, имеют возможность подземной парковки, это хорошо, удобно. Ресторан почему не может быть обеспечен подземной парковкой, ну, мне тоже не совсем понятно. Поэтому мы предлагаем при выполнении определенных технических требований, все требования, опять-таки, это требования для обсуждения. Мы не являемся разработчиками нормативов, каким-то там проектным институтом, еще кем-то, как бы. Мы не берем на себя, скажем так, ответственность четко прописывать тот вот компенсационный ряд. В этом должны поучаствовать многие специалисты, поэтому это как предложение. Следующий вопрос – это два выезда из подземного паркинга. Если вы знаете, у нас подземные паркинги требуют обязательных двух выездов, независимо от количества машин. То есть, если вы хотите под небольшим зданием там, оставить паркинг на 10 машин, будьте добры, два выезда. В то же время, если вы сделаете его на первом этаже, то вы сможете сделать один выезд. Да? Вопрос, в чем разница, мне, честно говоря, непонятен. До 100 машин у нас из наземных паркингов допускается одна одноповостная рампа. И тоже боль всех архитекторов – это застекленные балконные ложи, на которые потом выносят весь хлам. Да. Почему выносят? Потому что, в принципе, его некуда деть в квартирах. Почему? Потому что у нас, в принципе, в живых зданиях запрещены кладовые. Они разрешены только в зданиях до 5 этажей в подвалах. В дальнейшем, как бы, возможности устроить кладовые места хранения в зданиях высшей этажности нету. Ну, а в то же время ничего не мешает первый, подвальный этаж, ну, или любой технический этаж поделить на кладовые, обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности, то есть там сигнализацию, автоматическое пожаротушение, опять-таки, технические нормы должны прописать специалисты, и, ну, это сделает жизнь людей комфортно, они получат, как бы, в принципе, возможность не захламлять свои летние помещения, пользоваться ими по назначению, а все свои личные вещи хранить там, где необходимо. Ну, абсурд, но до сих пор существует, если вы знаете, такая норма, которая требует добавления на жилые здания, чтобы вход в жилое здание был на 15 сантиметров выше планировочной отметки земли. Зачем, как бы, что мешает сделать, как вы видите на картинке, вход земли, сделать это уклоном, там, прописанным 3% уклоном, 2% уклоном, ну, как угодно. Зачем мы городим ступеньки, чтобы потом городить пандусы, чтобы маломобильные группы населения имели потом проблемы с доступностью. Ну, больная тема – детские дошкольные заведения, да. Они вызвали самые ожесточенные споры, как бы самый, наверное, такой вопрос острый. С одной стороны, садики не строят, с другой стороны, насколько я понял, общественность боится, что начнут настраивать существующие садики живыми зданиями. Ну, такую возможность, честно говоря, мне было тяжело представить, но о чем идет речь, да? Есть небольшие жилые комплексы, сейчас, если вы заметили, бизнес заинтересован привлекать потребителя, и ему интересно иметь садик у себя в жилом комплексе, но не все жилые комплексы имеют там 4 гектара земли, 5 гектаров земли, некоторые имеют всего лишь там гектар, полгектара, да, но они хотят, чтобы их жители могли спуститься и отвезти ребенка в садик, поэтому, в принципе, сейчас это невозможно, да. Как вы знаете, там, одни настоящие садики строят неохотно, они требуют массу территорий, которые надо как-то, наверное, регламентированно отводить. Но сейчас есть заинтересованность именно вот в таких решениях. Это было бы логично небольшого размера садики, допустим, да, там до 100-120 мест, иметь возможность встраивать. Детские площадки, если вы знаете, можно размещать детские площадки на крышах подземных паркингов. Как только вы паркинг подняли на полметра из земли, и он стал не полностью подземным, а уже подземно-надземным, по нашим ДБНам, на нем уже нельзя разместить детскую площадку, потому что это не подземное сооружение, а на крыше надземных это запрещено. В то же время, как бы по логике проектного процесса, дайте на всем пятне
грубо говоря, участка. Сначала подземный этаж паркинга, еще один этаж, первый этаж паркинга. На крыше его расположите детские площадки, ну и вы получаете всю необходимую инфраструктуру, которая вам нужна. И в то же время почти более чем 100% обеспечение паркоместами. Ну, господа, чем майданчики у нас до сих пор не требуется. Есть даже специальная оговорка, которая предусматривает сушение на них белья и выбивание ковров. Да? Ну, да, это до сих пор требуется, и вот вы смеетесь в зале, вы до сих пор это выполняете. Как бы, и, ну, это просто, если вы знаете, то он еще должен быть размещен в 20 метров от окна. Как бы, да? То есть, вот, до сих пор мы это делаем. Ну, заклады харчевания. Интересный пункт, который находится в ДБН на учреждение питания, это то, что здания с учреждениями питания на первых этажах должны быть отодвинуты на 6 метров от красной линии. То есть, как только ты на первом этаже хочешь разместить кафе или просто поставить кафе, зачем-то тебе все здание надо задвинуть. Ну, наверное, норма имеет какие-то ноги там в расположении летних площадок, но, в принципе, можно просто говорить, что нельзя располагать площадки там за красной линией. Ну, зачем же сдвигать все здание? Мне непонятно, зачем мы разбазариваем свою территорию. Емкость предприятия общественного питания до 50 мест, да, причем так она размыта, написана, непонятно, то ли это каждого можно два, или это всего на дом, а если дом на там, 10 секций, то это получается, что одно кафе на дом. Ну, как бы есть путаница, и, ну, в принципе, если вы знаете, то на 50 мест рестораны и кафе, они не сильно рентабельны, потому что вам надо держать директора, администратора, повара, помощника повара, да, и у вас там буквально там, ну, там, до 10 посадочных столов, как бы. Рентабельность ресторанов, они начинаются где-то уже со 100. Да, есть вопросы по шумоизоляции, да, это все можно оговорить, да, как бы прописать регламентно, но это опять-таки технические возможности. Временные парковки, если вы знаете, у нас все парковки, в общем, прописаны, что у нас разрешено парковаться, любые парковки, в 10 метрах от окон жилых и общественных зданий. То есть, если вы ходите по Киеву, вы видите, что Киев Парк Сервис с удовольствием нарушает эту норму и еще берет за это деньги. Как бы, в принципе, Киев Парк Сервису это можно делать, как бы, и в принципе мы все паркуемся вот так вдоль улиц, это делает вся Европа, вся Америка, все, как бы, да. ПДД разрешает парковаться на тротуаре, если остается свободная зона в 2 метра, да? Ну, а строительные нормы говорят, что в принципе все это нельзя. Как бы, в принципе, мы должны все это вычеркнуть из жизни и забыть. Возможно, там не 3 метра, возможно, 5 метров, да, но мы, получается, делаем 10 метров от фасада некую там мертвую зону, которая никому не нужна, потом мы располагаем парковки, и в принципе, мы бы могли бы здание подвинуть ближе к парковкам и отдать эту территорию под зеленый двор с размещением детских площадок, чем потерять ее просто. Как раз, если мы располагаем перпендикулярную парковку вдоль тротуара, то основной проезд совмещается с, как раз с пожарным проездом, что обеспечит то, что он никогда не будет занят запаркованными машинами. То есть пожарники всегда смогут проехать по дороге, по которой проезжают все паркующиеся и выезжающие машины. До сих пор на жилых зданиях требуется технический этаж между паркингом и первым жилым этажом. Ну, пример из практики европейской, когда первый этаж, не везде нужны коммерческие помещения. На первом этаже, как вы знаете, люди живут неохотно, поэтому, в принципе, ничего бы не мешало отдать его под автомобили, там, где не нужны какие-нибудь учреждения сферы обслуживания. До сих пор у нас регламентируются 3 этажа встроенных помещений, хотя, ну, есть масса примеров в мире, когда их и 4, и 5, и 6, и на крышах расположены жилые здания. И опять-таки, с одной стороны, это может быть комфортно, потому что у вас вся сфера обслуживания внизу. И с другой стороны, мы размежевываем таким образом полностью разные функции. Ну и до сих пор у нас требует пожарное наличие двух объездов, есть по двум длинным сторонам здания, на расстоянии 8-10 метров. Как бы, да, окей, но территория на эти объезды, она просто как бы теряется. Да, почему нельзя поставить здание какой-нибудь там другой формы уникальной?
и просто выполнять норму о доступности пожарных подразделений ко всем помещениям или квартирам зданий. Да? В принципе, на практике так и делается, так и проверяется всеми архитекторами. Мы можем это просто сделать, скажем так, ввести это в методологию. Ну и удивительная норма, допустим, у нас, если вы знаете, сейчас перешли на классы зданий, да, у нас есть 3 класса ответственности, СС1, СС2, СС3, и вот интересная норма, что в СС3 попали здания уникальные, это стадионы, какие-то концертные залы, это здания там 100 метров и выше, то есть это все уникальные здания. Что подразумевает собой коэффициент СС3? Он подразумевает запас прочности зданий 1,25. То есть, грубо говоря, 25% запаса подразумевается для таких зданий. Я с этим полностью согласен, уникальные здания этого заслуживают, но в закон попала норма, которая говорит о том, что в СС3 относится также здание с постоянным пребыванием более чем 400 человек. Что такое здание с постоянным пребыванием более чем 400 человек? Это 5 девятиэтажных секций. Самые банальные 5 девятиэтажных секций вы обязаны заложить запас 25% прочности. К чему это приводит, я думаю, объяснять вам не надо. Перерасход, не нужен перерасход материала, удорожание жилья, ну и так далее. Без картинок, тот, кто не знает, не поймет, как бы, но у нас до сих пор во всех зданиях выше 26,5 метров требуется одна лестничная клетка N1. Если вы выйдете хоть куда-то за пределы постсоветского пространства, вы увидите, что никто, кроме нас, лестничную клетку N1 не применяет. Да? Мы не говорим о том, что, возможно, в живых зданиях, ввиду нашей там, минусов эксплуатации, нет смысла разрешать делать 2N4, но в общественных зданиях, такие как офисы, какие-нибудь общественные мастерские, да, как бы можно, допустим, разрешить 2N4, потому что там есть четкая служба эксплуатации, там есть ответственность за пожарную безопасность, там незачем волноваться за скажем так, неработающее оборудование механического дымоудаления. Ну, про круговые проезды мы уже обсудили. Ну и, как вы знаете, вопросы у нас, это живой организм, да, как бы это какие-то банальные примеры из практики, на которые мы постоянно натыкаемся. Их еще масса, у каждого есть свои, я думаю, есть что обсудить, но ставится вопрос, мы как-то можем профессионально создавать петиции, допустим, у нас есть сертификация архитекторов, мы можем создать некий механизм, который позволял бы сертифицированным специалистам подавать заявки на обсуждение тех или иных пунктов, норм, для того, чтобы мы могли поднимать эти вопросы. Ну и на самом деле, что хочу финализировать, что, господа, я уверен, тут много моих коллег находится, да, много людей, сразу понятно, что актуальная тема. Я вот просто на своем примере говорю, подключайтесь к процессу изменений, да, потому что я уверен, у вас в практике накоплено много вещей, которые реально требуют изменений. И министерство заинтересовано в создании хороших норм, да, власти заинтересованы, вы, господа, заинтересованы. Как бы. Сейчас нам надо совместно устроить диалог, подключить общественность, как бы с общественностью объяснять, вести разъяснительную работу, почему сейчас как бы вот эта вот небольшая презентация вызвала столько бурю споров? Потому что в обществе есть обманутое доверие. Да? Все подразумевают некий подвох, там, обман, строительную мафию, еще что-либо. Да? В принципе, каких-то достаточно простых и банальных там, пунктов работы архитектора. Поэтому я был бы благодарен, если бы каждый из вас немножко отрывался от своих чертежей, от ваших прекрасных проектов, и участвовал в этом процессе, потому что нужно сейчас ваше экспертное мнение для создания новых стандартов качества. Спасибо. Дякую. Я хочу трошки сказати, який у нас буде формат. У нас зараз буде доповіді, потім йде дискусія. І потім ми хочемо поспілкуватися зараз, тому я прошу нас норми цивілізовані, тому я прошу вислухайте наших спікерів цивілізовано, а ми потім послухаємо, що ви нам запропонуєте. І з приводу цього я хочу дізнатися, хто ж все ж таки до нас прийшов,
Тому прошу підняти руки людей, які працюють у сфері будівництва, працюють з нормами. Ну, майже всі з державними нормами. Ну, а хто їх розробляє? Може, в нас є розробники ТБН? Не так багато, але дякую, що ви прийшли. А зараз у нас друга презентація, теж з приводу норм архітектурних. Олексій Пахом. Прошу. Раз, добре? Так, хочеш. Здравствуйте. Сильно волнуюсь. Очень сокращенный таймер, много готовился, боюсь не вложиться во время, поэтому буду много читать, извините, что сейчас ближе к этому. Можно чуть ближе. Да? О, отлично. Интересно. Такая вот презентация. У меня, как у проектировщика, есть ряд вопросов. То есть, открывая наши нормативные документы, мы видим предписания и ответы. Но мы не понимаем ответы на какие вопросы. Нету пояснения, почему нужно делать так. Написано, как нужно, но почему не написано. Это все напоминает, знаете, эту историю из книги Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Вселенский ответ на главный вопрос о жизни, Вселенной и всем остальном. 42. Может быть и 42, но не понимая вопроса, ответ не имеет смысла. Ситуация, в которой находимся мы, проектировщик, я во всяком случае, хорошо описывает эксперимент с этими обезьянами. Это не настоящий эксперимент, да, он такой умозрительный, но хорошо моделирует ситуацию. В вольер помещается 5 обезьян, лестница, на верхнюю площадку кладутся бананы. Как только одна из обезьян пытается достать связку бананов, остальных обезьян поливают ледяной водой. Когда обезьяны понимают связь между попыткой достать бананы и ледяным душем, они начинают бить ту обезьяну, которая пытается эти бананы достать. И после многократно это все повторяется, и после уже ни одна обезьяна не пытается достать бананы, боясь быть просто избитой. После этого мы берем и одну из обезьян заменяем на обезьяну-новичка, которая не в курсе происходящего. Она видит лестницу, пытается достать бананы, и вдруг те обезьяны, которые находятся с ней в вольере, начинают ее избивать. После этого мы начинаем заменять обезьяну-новичков одну за одной, пока не останется в вольере ни одной обезьяны, которая получала холодный душ. И получается, что, не понимая причинно-следственной связи, обезьяны не пытаются достать бананы не потому, что их окатят холодной водой, а потому, что их забьют их, скажем так, сокамерники. Нарушена причинно-следственная связь, то есть не поставлен вопрос, но ответ вот такой. У меня в университете преподаватель говорил, что теория архитектуры – это ее практика. То есть все архитекторы учатся так или иначе на примерах, которые архитектура, которая была уже реализована или реализована, спроектирована до них. Давайте же посмотрим на эти примеры. Вот это район, в котором я живу, это район Интернациональной площади. Мы можем здесь увидеть количество школ и детских садиков, которые были спроектированы в советское время. Да? В зеленых окружностях это детские сады, в голубых школы. Как? Мы видим их достаточно много. Это все в рамках советских норм, радиуса доступности. Все обеспечено. Да? А это пример новой микрорайонной застройки на Поздняках. Есть школы и садики. Те, которые садики в зеленых окружностях темных, это советские. В голубых окружностях школы это советских времен. И мы видим, что только два новых садика построены, которые в таких бледно-зеленых окружностях. Но появилась церковь. Ну, видимо, чтобы как-то компенсировать недостаток этих учреждений. Да, в желтой окружности это... В чем там проблема, как на мой взгляд? То, что эти нормы по доступности были написаны в советское время и без проблем выполнялись, поскольку земля-то государственная, то есть нужно 4 гектара, пожалуйста, 4 гектара, они же бесплатны. Вот. Есть какие-то деньги там, на строительство школ, садиков построили. В капиталистическом обществе это так не работает. И вот примеры, как это работает там. Это новый район Копенгагена с Люсенхолмом.
новая квартальная застройка, и как вы видите, тут ничего окружности не обведено. Школ нет, садиков отдельных нет. Школа появилась в радиусе километровой доступности позже, просто на съемке ее не было. А садики находятся в первых этажах квартала, в каждом квартале есть небольшое помещение, которое используется для, ну, скажем как, ну, маленький детский сад. Да? У вас в каждом доме есть маленький детский сад, где вы можете оставить своего ребенка, не имея централизованного здания какого-то. До 7 этажей эти кварталы. Питание платим, будь ласка. Платим питание. Ну вот, фотография с натуры. Еще один новый район, Копенгагена, Орестат, он на окраине находится. Есть школа, детских садиков по-прежнему нет. Что за школа? Школа совмещена с муниципальной библиотекой. То есть школа находится на уровне 4 этажа. Чтобы попасть на школу, вы можете либо пройти по наружной лестнице, вот он находится, либо подняться на лифте. Детские садики по-прежнему в первых этажах. Вот в одном из домов. Это часть, которая выходит на жилую улицу, да, там такие маленькие загородочки для детей. А в сторону двора большая детская площадка. У нас даже в случае, если детский садик был бы пристроен к зданию, то он может быть пристроен только к глухому торцу. Тут же он встроен в первый этаж, и, как вы видите, ну, никаких глухих торцов, все как бы, никто не умер. Это пример новая школа младших классов в Барселоне. Она занимает приблизительно четверть стандартного барселонского квартала, это где-то участочек 60 на 60 метров по сторонам. Своей территории у нее практически нет, поэтому все крыши здания используются как площадки, потому что, ну, это же все необходимо, да? Но поскольку они в таких сжатых условиях, то каждый квадратный метр он спроектирован, туда вложена какая-то мысль, все используется до последнего сантиметра. Вот это уровень первого этажа, вот эти цветом залитые площадки, это только то, что, скажем, находится на уровне земли. Никаких нет отступов от красных линий, поскольку она стоит прямо по красной линии. Это спортивные площадки на крыше. И самое интересное, это первый уровень паркинга под школой. Вот так вот он выглядит. А вот эта схема, которая поясняет, что происходит. Два уровня паркинга, и на крыше паркинга возникает школа. И обратите внимание, написано «крыша со школой», а не «школа с паркингом», потому что именно экономическая составляющая паркинга позволяет построить объект инфраструктуры, а не наоборот. Это пример, вот похож на поздняки, которые я показывал, но это Париж, окраины Парижа. Ну, видите, да, башни, опять детский сад, опять пристроен. Достаточно все плотно, территории немного. Ну, детский сад какой-то довольно качественный. Самое интересное следующий чертеж, вот этот. Под детским садом у нас находится супермаркет, два уровня парковки, железнодорожный тоннель и автомобильный тоннель. Япония. Детский сад. Очень дорогая земля, очень плотная застройка. Но детские сады нужны, но ребенка нужно куда-то отдать, поэтому их строят. Вот градостроительная ситуация, был какой-то участочек, вот все, что они смогли, они сделали. Вот так это выглядит где-то на съемке. Видите, вот этот колодец, это у нас площадка. Вот так вот это все. Несчастные дети, абсолютно. А теперь по жилой застройке немного. Это пригород Цюриха. Меня заинтересовал этот проект еще, ну, вот на этапе макетов, но прошло там лет 5, его полностью реализовали, вот, и можно посмотреть, что же получилось. Чем интересно? Интересно тем, как череда зажатых и таких отпущенных пространств формируют сложную среду. То есть вот эти улицы, самые узкие, которые вы видите, это всего 10 метров в ширине. То есть полностью нарушены наши бытовые, так сказать, разрывы. И при этом 20 метров расстояния, как тут есть, да, указочка? Есть, нет? О! Вот это вот всего площадь 20 на 20 метров. Но при этом она уже воспринимается несколько больше. Вот это я тут попытался обозначить красным. Это нарушены бытовые разрывы.
А синим – это фасады, не имеющие инсоляции. В Швейцарии отсутствует такая норма, как инсоляция, это там что-то как-то по-другому живут. Пример архитектор приводит вот такой референс – это план Рима эпохи Возрождения. Площадь и пустота тогда становятся ценной, когда к ней ведет узкая улица. Иначе, когда вы имеете бесконечный набор пустырей, то ценность их падает. Они неблагоустроены, и на них ничего не происходит. У вас, скажем так, они не направляют к какому-то центру, на котором происходит, собственно, жизнь. Вот так это выглядит с точки зрения человека. Семиэтажные дома. Вот 10-метровая улица. Обратите внимание, парковка, расстояние, да, от окон жилого дома. Вот эта площадь 20 на 20 метров. А вот это самая большая площадь в этом райончике, 35 на 50, то есть как наша такая средняя советская улица по ширине. Но при этом узкие улицы выдавливают людей как бы сюда, и вот то, что здесь происходит по выходным, в принципе, каждый уикенд. При этом жизнь, скажем, кипит и вечером, и по характеру среды это больше похоже не на новый микрорайон, а на такой европейский, ну, старый город. Про этот проект сняли небольшой документальный фильм, 15 минут буквально, там просто нарезка без комментариев из жизни жителей этого комплекса, как они просыпаются, готовят завтраки, гуляют с собаками, как играют дети и так далее. Я просто сделал ряд принскринов из видео, чтобы вам показать. Это дети сделали из лавочек себе горку и спускаются по ней в фонтан. Это уличный праздник с барабанщиками и вот прям как у нас трембитами. Но это все, ну, вы понимаете, это все незаконно вот, с точки зрения градостроительства. Закон у нас вот этот. Это в рамках чинного законодательства взорванный жилой комплекс, причем муниципальной строительной компании. Все соблюдено, бытовые разрывы, инсоляция. Это как бы манифест, видимо, градостроительной политики в Украине. Это мы поговорили про наружную часть, теперь внутренняя. Здания в этом комплексе, они довольно широкие, ну, в среднем там 20, есть до 30 метров. В чем фокус? Все лестницы не имеют доступа к наружной стене. Они, если оперировать нашими терминами, это либо СК2, либо Н4, то бишь либо освещение через фонарь вверху, либо без освещения с подбором воздуха. Что это позволяет сделать? Это позволяет использовать периметр под, ну, скажем, квадратные метры, которые продаются, а внутреннюю, в общем, пропадают коридоры по 20 метров, которые мы видим, да, в новом жилье, без освещения, и появляются освещенные места верхними фонарями. У нас это можно до 3 этажей, у них это можно до 9, в которых создаются так, пространства для общения громады, да. Вот это все из того же видео принскрина. Вот ребенок съезжает на горном велосипеде по ступеням. Вот дети играют в футбол на уровне второго этажа, первого жилого. Праздники какие-то, они там отмечают совместно. Вот этот фонарь, обратите внимание, из неосвещенной части квартиры окно в лестничную клетку для того, чтобы осветить коридор. У нас это полностью запрещено, пожалуй, нормами. Эксперимент признан успешным, эти архитекторы разрабатывают еще один проект в районе железной дороги, вот это его макет, еще более плотный, здесь на 4,2 гектара 98 тысяч квадратных метров продаваемой площади, то есть пар, если для того, где-то 3,1, тоже 6-7 этажей, узкие улицы, площади, которые образуются просто смещением зданий, и вот так вот это будет выглядеть. У меня все, спасибо. Дякую. Ми вже так потроху будемо починати дискусію. Я спочатку хочу дати слово Дмитру Піспалову. Мені цікава його думка з приводу взагалі містобудування, чим погані наші чарівні мікрорайони та проспекти, де можна проводити паради. Прошу. Всем.
Всем добрый день, меня зовут Дмитрий Беспалов. Я представляю академическую среду, в том числе я работаю на кафедре городского строительства, преподаю дисциплину городские дорожно-транспортные сооружения, имею с ДПНами достаточно много дел. Часто мы к ним обращаемся и по ним стараемся планировать и проектировать транспорт и объекты транспортной инфраструктуры. Готовясь к этому мероприятию, зная, что ограниченный тайминг, я сформулировал 5 таких тезисов, почему мне не нравятся ДПНы, почему я их не люблю уже более 10 лет, наверное, 15, работая с ними практически каждый день. Первый мой тезис – это философия. Мне не нравится философия, которая заложена в ДБН. Как говорил предыдущий спикер, там действительно написано, что можно делать, но в основном, что нельзя, но не объясняется, почему. Это очень тяжело, когда не только когда вы что-то проектируете или строите, но это безумно тяжело, когда вы пытаетесь кого-то научить проектировать или строить. Потому что просто говорить, что не делайте, и когда вам задают вопрос, например, логичный, а почему это нельзя делать, а вы не можете на него найти ответа, потому что сами не понимаете, а в ДБНах это не объяснено, это ужасно на самом деле. То есть это превращается в какую-то просто догматичную проповедь, а это не тот процесс обучения, который должен быть. Второй пункт – это источники. Я очень часто, читая ДБН, листая этот текст, задавался вопросом, откуда взята то или иное, та или иная цифра. И мне кажется, что я даже находил, так как, опять же, обращаясь к предыдущему тезису, это не объясняется, мне кажется, что я находил, я понимаю, откуда это взято, но я не понимаю, зачем. Например, ширина полосы движения. В нашем ДБНе улицы, дороги, населенных пунктов заложена только одна ширина полосы для движения транспорта. Это 3 метра 75 сантиметров. 3,75. Мне было очень интересно, почему 3,75, откуда это взялось, учитывая, что в Советском Союзе это было 3,5 метра. У меня есть идея, что это из американских норм, где ширина полосы на многих дорогах была 12 футов. Вот если это перевести в метры, соответственно, мы получим вот там 3,72. Но 3,72 это как-то некрасиво, поэтому, наверное, 3,75 вот так вот получилось. Вот. Третий пункт – противоречия в наших ДБНах. Я вынужден краснеть, рассказывая студентам вот одну из тем постоянно. Я вам приведу пример со скоростью на магистралях наших городов. У нас есть целая огромная дилемма, о которой я вот недавно рассказывал на лекции очередной группе студентов. У нас есть ДБН 360-92, главный градостроительный ДБН, в котором, если мы возьмем магистраль общегородского значения, расчетная скорость на этой магистрали нормируется как 80 км в час. Ну, учитывая, что это входит уже в противоречие с правилами дорожного движения и старыми, и новыми, ну, ничего, это как-то можно было объяснять, я и мои коллеги как-то это что-то объясняли, говорили про экстренный транспорт, ну, что-то притянутое за уши, но что-то говорили. Но у нас есть ДБН улицы, дороги населенных пунктов, которые для той же категории магистрали уже предлагается скорость 90 км в час. И вот тут уже настоящая дилемма, какой ДБН главнее. И получается так, что этим можно манипулировать, что-то брать из того, что-то из всего. Это не единственный пример, но он такой яркий показатель. Четвертый – это результат. Я тоже вижу то, что у нас, как и все мы, вижу, как построены наши города, и мне не нравится то, что я вижу. То, что наши улицы, все наши дома, районы, они спланированы по вот этим ДБН, либо в обход, не знаю. ДБНы растут еще из СНИПов советских, то есть там много очень из советских норм, много из каких-то непроверенных источников, но результат в европейских городах и в наших городах налицо. И те ребята, которые бывали в Европе, и когда они возвращаются сюда, их уже никогда не изменить. Они уже начинают требовать, чтобы вот то, что они видели в Европе, было реализовано у нас. И по нашим текущим нормам это сделать, ну, крайне проблематично, как вы увидели. И последнее, для меня, наверное, это самый важный пункт, это перспективы работы.
Дело в том, что наши специалисты, когда учатся по ДБН и начинают мыслить вот этими категориями ДБН, можно, нельзя, они становятся неконкурентоспособны на мировом рынке. Наши инженеры способны работать на постсоветском пространстве, способны работать в Европе и выполнять проекты. Но когда они зашорены ДБНами, когда они мыслят этими ДБНами, они становятся вот действительно неконкурентоспособными. Поэтому я когда-то делал такую работу, которую сейчас считаю совершенно бесполезной. Я брал ДБН, улицы, дороги, населенных пунктов, брал какой-то красный фломастер и начинал это все как бы править. Вот как бы я хотел увидеть этот ДБН. Потом я понял, что это абсолютно бесперспективное занятие. И на самом деле мне здесь очень нравится опыт Грузии, в которой мы имели честь работать в нескольких проектах, которая приняла на себя, вот они сейчас идут по нелегкому пути гармонизации с европейскими нормами. И я это вижу более перспективно не столько для того, чтобы вот все стало у нас как в Европе, а сколько, чтобы наши инженеры мыслили в унисон с европейскими инженерами, и мы могли работать на рынках друг друга. Это очень важно. И действительно получать хорошие результаты. Спасибо. Дякую. Я хочу все ж таки, щоб починалась дискусія, тому якщо в наших спікерів вже є якісь там пропозиції, зауваження, доповнюйте. Зараз я надаю слово Віктору Зотову. Прошу. У меня не дополнение, я хотел просто высказать собственное мнение. Отчасти надеюсь снять часть вопросов из зала, потому что видно, насколько там пузырь надут. Я, собственно, в большой степени инициатор этого собрания. Очень радостно, что так много народу. Поводом был мой пост в Фейсбуке, где видно было, там завязалась драка сразу. Да? Видно было, что вопрос больной, что он назрел. Что Майдан уже невозможен, а вот это может быть еще. Да, мне поэтому я, собственно, сразу хочу выразить, глядя на такое количество людей в зале, глядя на количество достаточно большое уважаемых чиновников в зале, то есть я понимаю, что завязался процесс, особенно оглядываясь на презентацию Дмитрия Васильева, о том, что уже пошло, да, сверху. Поэтому первое, попрошу относиться сейчас на остаток нашей встречи, предельно концентрироваться на продуктивном взаимодействии. Да, и цель, с нашей точки зрения, моей персональной, она заключается в том, чтобы наметить шаги к быстрому, дальнейшему, эффективному продвижению всех заинтересованных сторон. Ну, это, если хотите, мой бас в аудиторию. По поводу... Я архитектор, напомню. Зовут меня Виктор Зотов. Мне страшно мешают там безглузди нормы. Вот про это хочу два слова сказать. Первое. Нормы – это прекрасно. Да? Вот сейчас я знаю, что много людей с этим согласны, много, наоборот, не согласны. Глядываясь в фейсбучный пост, кто-то начинает обсуждать, хорошо нормы или плохо. Все лучшие государства, которые вы знаете, любите ездить туда, что там делать, отдыхаете или учитесь, не знаю. Но вот там, где вы любите, там везде есть нормы, они очень хорошо работают. Государство цивилизованное, без норм нет. Я, может, банальную вещь скажу, но для некоторых, может быть, это снимет градус. Поэтому проблема, как сказал один мой иностранный заказчик, в том, что в Украине можно все, и это ужасно. Да, вот это есть проблема. И чем круче закручено сейчас безглуздись вот это, да, чем они безглузди, больше безглуздий, тем больше накаляется это все. Я, собственно, позволю себе, как архитектор, в одну минуту экскурс причины в истории, да, вас тут обратить, что вот эта брехня, которая тянется у нас с дедушки Ленина, как он там, знаете, там 10 секунд истории про Ленина. Он как был маленький, он играл с детьми в кости, и всегда там мухлевал что-то. Его пацаны били за это. Он искренне удивлялся, потому что он говорил, я же хотел выиграть. Я смотрю сегодня в окно, а там то же самое. Там новые Ленины какие-то. Они тоже хотят выиграть, и все так вот эта брехня, она набирает обороты. Поэтому я сейчас акцентирую вопрос на безглуздых нормах. Из упомянутых норм там есть вполне логичное. Я убежден, я буду горячо, я как архитектор горячо там отстаиваю интересы безопасности, в первую очередь пожарной, вообще просто безопасности. Но если вы мне не можете объяснить, почему нужно контролировать пределы нижней плотности, площади в квартирах,
Я хочу, чтобы это убрали. Если вы завариваете после сдачи в эксплуатацию мусоропровод, потому что вам не занесли чемодане, то я хочу, чтобы это убрали. Я такой ряд могу продолжить. Про ту же ступеньку, о которой Дмитрий говорил, еще там, ну, надеюсь, что вот это сейчас не буду перечислять, сэкономлю время, но вот этот пунктик, это как раз та конструктивная участие, в котором я и каждый из вас, если нам предложат какой-то почтовый ящик, условно, место, куда мы можем это складывать, если мы увидим, что этот механизм дает надежду на какие-то быстрые изменения, вот тогда сейчас начнем эти... каждое свое видение без глупости складывать, надеюсь, очень быстро, не по одной норме, на каждые выборы, сколько там у нас, 5 лет, да, между выборами, потом нужно отметиться, кто-то щелкнет пальчиком, что он отменил там ступеньку на входе. Мне мало ступеньки на входе. Я хочу сразу 44 пунктика отменить, и не через 4 года, а хотя бы через 4 месяца, это просто. Потому что некоторые нормы, они абсолютно бессмысленны, они вредоносны. Сегодня, вот сейчас, перед тем, как начиналось тут собрание, зацепили один пример. А зачем эвакуируют из паркинга машины? Здравый смысл, да, все люди эвакуируют людей из паркинга. У нас машины, да, пожарники улыбаются, да, криво в этот ответ, это им позволяет, там, кормушка для них, так, к ним идут на согласование, клавятся и там, кланяются, и все последствия, которые им удобны, нам нет. Вот. А в связи с этим, это не просто затрата денег тех, кто строит. Да? И время там, усложнение процедуры. Это реальная опасность при эвакуации, потому что когда люди будут бежать из паркинга, их будут давить те, кто выезжает машины. И вот таких вот откровенно вредных норм, их много. Еще сейчас последнюю мысль скажу. Ну, может быть, я да, напоследок. Я вижу выход в том, что есть прецеденты. Да, господин Васильев в «Архиматик» очень много строит, ну, как проектировщик. Или, например, Леша там на «Рыбальском», да, они сделали кучу там нарушений, я не выдал сейчас ничего, да. Я сам делаю кучу нарушений, я вам даже скажу больше, я не боюсь вам сказать, что я убежден искренне в том, что если здесь вот есть какие-то люди, которые не нарушают норму, я утверждаю, что вы делаете плохой проект. Да попробуйте поспорить, у вас тут слово. Так вот. Вот этот вот прецедент, он уже появился в Киеве, у меня там есть паркинг незаконный, во Франковске уже построили, правда, с концепцией. У Леши 48 пунктов там, которые тоже с нарушением согласованы как-то. Пусть этот прецедент будет поводом, да, если ты уже позволил как чиновник что-то нарушить, я механизм подсказываю. Так, пожалуйста, тебе ткнули туда, если там нарушил, а что я не могу нарушить? Спасибо. Дякую. Я думаю, що у нас є багато питань для дискусії. Наприклад, дійсно, чому потрібно евакуювати машину з паркінгу? Пане Романе, може ви якось прокоментуєте? Ну, ви як розробник норм пожежних, так? В чому логіка евакуювати машину? Я думаю, що не потрібно вставати з місця, просто сидячи. Ну, доброго дня, шановні присутні. Я не буду пояснювати, чому потрібен другий виїзд. Я краще розкажу, чому він не потрібен. Це буде відповідь на запитання. Це буде краще, так. З більшістю, я щоб там довго не розказувати, я коротко скажу, що з більшості питань, порушених паном Дмитром у доповіді, я згоден. Там з деякими є питання. Можливо, відсотків 80 потрібно технічно доопрацювати, як прописати чіткіше в нормах. Але в основному, звичайно, вони застаріли, і їм вже не місце в сучасних будівельних нормах України. Дякую. Це дуже приємно, що розробники норм також вважають, що норми потрібно змінювати. Тим паче, Україна підписала угоду про асоціацію, в якій йдеться мова, що ми потрібні узгоджувати галузеве законодавство, в тому числі і у нормативах будівельних. Тому питання, коли це відбудеться, я хотів би, щоб пан Арцхаладзе нам сказав, бо вже, ну, ми чекаємо, коли пройдуть зміни, вже 27 років, можна сидячи, але, ну, я, так, дякую. Спасибо. Спасибо большое, дорогі друзі. Спасибо за приглашення. Я думаю, що
Конечно, было бы хорошо, чтобы вы приходили на все наши мероприятия, которые мы практически за год провели более 80, и все эти вопросы обсуждались. Хочу отметить, что ДБН 360 был готов к концу года, но в связи с тем, что не до конца он был согласован с общественностью и по просьбе общественности, мы его внимательно еще раз обсудили и фактически его согласовали. И благодарен всем тем участникам, которые активно участвовали в этой работе. И хочу отметить, что все те предложения, которые сегодня обсуждались, они все выносились на обсуждение. Всего было 500 предложений, более 500 предложений всевозможных. И хочу сказать, что это только часть. И скажу, из той презентации, где 18 пунктов было, 11 предложений у нас учтено. И ДБН 360, ну если берем 360, он уже согласован, подписан в министерстве и уже многими центральными органами власти он завизирован. Хочу отметить, что мы планируем его в ближайшее время, ну, постараемся там, ну, на дни не хочу считать, но недели-две, получить все согласования от всех органов власти, и он уже будет готов. Это то, что... Много неточностей, давайте дошлифовываем. То, что я хочу отметить, что теперь по поводу вообще в целом ДБН. Для чего нужен ДБН? ДБН нужен для того, чтобы создать качественные условия жизни для людей и для безопасности людей. Согласны? Соответственно, если исходим из этой логики, все предложения, которые мы смотрим, мы должны оценивать, соответствуют этим, этой цели или нет. И хочу отметить, что у нас сегодня в целом в строительной части более около 180 ДБНов. В самой, за то, что отвечает Министерство регионального строительства, 109 ДБНов. Как мы сделали, я хочу отметить, когда я пришел на работу чуть больше года назад, Геннадий Григорьевич Зубков один из первых задач поставил, что нам необходимо менять ДБН. Они реально очень многие устаревшие. Мы сделали анализ. И хочу отметить, как этот анализ очень легко было проверить, на что внимание лучше обратить. То, что сегодня коллеги сказали, на самом деле строится без объекты сегодня вводятся и строятся и вводятся в эксплуатацию и без мусоропроводов и без и строится паркинг, лифт паркинг, и эти решения есть, но они у нас чтобы делать это законно, утверждались через научно-технический совет. Мы взяли, проанализировали все эти объекты, которые обращались, их около за два года было около 560. И фактически это было 27 ДБНов, которые немедленно стоит обсуждать и менять. Мы взяли эти ДБНы и как раз мы провели, еще раз хочу подчеркнуть, более 80 круглых столов в этом году. На каждом круглом столе было, ну, были круглые столы и по 300 человек. И все, и, скажу честно, очень сложные были обсуждения, и вопросы возникают и по сегодняшний день. Сейчас тоже делают замечания, что есть и неточности, есть и замечания. И скажу так, что вот тот ДБН 360, даже если мы утвердим, мы его утверждаем и заново начинаем над ним работать, потому что технологии растут, культура меняется. Мы не можем, если честно, взять какую-то культуру, там, мы смотрели Германию или какой-то другой город, и одновременно в один момент реализовать у нас. Есть свои сложности, и географические, и у нас и природные, и, к сожалению, и менталитет тоже очень влияет. Поэтому, коллеги, как у нас разработан алгоритм действий, у нас... В прошлом году мы поменяли 13 ДБН, в этом году будет 22 ДБН изменено, и в 18-м, то есть
22 будет, и на следующий год мы планируем 30 ДБН поменять. Фактически мы на 90% вот то напряжение сможем снять. Кстати, хочу отметить, сегодня в Верховном Совете мы вынесли законопроект о параметристом метода нормирования ДБН. Что это значит? Сегодня у нас, к примеру, пожарный выход. У нас четко описывает там 5 метров туда, 10 метров туда. Мы говорим очень просто. Безопасность условно должна обеспечиться эвакуацией не более 1 минуты. И сам архитектор определяет, как это организовать. И таким образом мы уходим от этих жестких позиций. И хочу отметить, что в организации вот нашей работы у меня есть предложение такое. Ну, на самом деле у нас есть бизнес, есть общественность. И министерство занимает не сторону бизнеса, не сторону общественности. Оно должно быть посередине и немножко сгладить вот эти острые углы и наладить. И хочу отметить, что ДБН еще очень сильно помогает архитекторам бороться с заказчиками. Потому что заказчики очень часто хотят то, что нельзя делать, и заставляют архитекторов делать неправильные вещи. Вот тут ДБН как раз очень сильно помогает, делает эти решения такими, что не может архитектор подписаться и потом нарушить. Более того, хочу отметить, что у нас разработчиками ДБН являются наши институты, базовые институты, которые должны разработать этот ДБН. И, к сожалению, сегодня на законодательном уровне сама процедура и согласование занимает около 1.5 года. Мы сейчас работаем над том, чтобы сократить. Мы уже в прошлом году подготовили постанову, где сократили более 2 месяцев. Сейчас мы готовим еще одно постановление на месяц, хотим сократить. Но хочу отметить, что этот процесс тоже невозможно сделать. У нас должен работать профессиональный разработчик, делать профессиональную аналитику. И это не то, что вот мы взяли, посмотрели картинки и захотели вот это сделать. У нас еще мы работаем со всеми центральными органами власти. Если мы берем, к примеру, школы и хотим их делать встроенными, это должно быть согласие от МОЗа, от МОНа, от пожарников. Кстати, мы в ДБН включили эту норму, чтобы у нас дошкольные учреждения были встроены. И хотим, чтобы это получилось, потому что сегодня, когда вы показывали ряд слайдов, тут в зале прозвучал вопрос, какая этажность. И мы ввели понятие впервые голубой линии. Теперь у нас будет ограниченная этажность, города будут ограничены. Мы ввели понятие, и у нас есть красная только линия, еще будет зеленая линия, это все парки, скверы будут очерчены, и никогда больше никто не сможет на них посягнуть. И этих инноваций, коллеги, у меня огромная просьба, министерство уговаривает, что что-то поменять не надо, нам нужно только идеи. Естественно, наши базовые институты, которые есть, там сидят мудрецы, но не всегда хватает свежей мысли. Поэтому вот те архитекторы, которые работу могут давать, но очень многие вопросы требуют достаточно тщательного обсуждения, потому что если мы разрабатываем ДБН и утверждаем, это считайте закон. И потом этот закон должны все четко следовать. В Европе ни в одной столице европейской, вот те города, которые вы сказали, им что куда приятно ходить, там очень жесткие эти нормы, и нарушить их никто не может. И поэтому вопрос этажности, вопрос плотности застройки сегодня очень стоит важным. У нас катастрофическая ситуация с соотношением жилой застройки с социальной инфраструктурой. Это катастрофа. И сегодня у нас один из больных вопросов, который у нас вот, общественность всегда поднимает вопрос, когда идет застройка многоэтажная, много-многоэтажная, и рядом нет школ, нет детских садиков. А вот ту картинку, которую вы показывали, когда в советское время строили, там строго было на 1000 жителей, там должен был четкий параметр, сколько школ, сколько детских садиков, и в первую очередь они строились.
Вот наша задача, помимо ДПНов, еще найти этот вопрос разрешить. Что-то мы можем узаконить и в ДПН. Мы хотим сейчас, кстати, уменьшить и плотность застройки, потому что сегодня у нас она фактически не ограничивается около 1000 жителей на гектар. Ну, вот очень много-много решений. Ну, тут сложно на эту картинку смотреть. Мы, кстати, внутри дворовые проезды теперь будут отсутствовать только для пожарной и для экстренной ситуации. Вот все коллеги, поэтому у меня огромная просьба. Министерство открыто. Кстати, еще один аспект хотел сказать. Вы тогда показывали на СС3 25% плотной застройки, ну, запас прочности. Скажу так, инициатор Анатолий Васильевич, депутат, перед Новым годом мы собрали научный совет среди ведущих экспертов, и у нас уже есть разъяснение. Просто если у вас есть вопросы, вы обращайтесь в министерство. У нас нет ни одного предложения, которое нам поступило, которое мы убрали в сторону. Хочу до мелких таких вещей, которые к нам обратились. Нам есть организация ГИС, ну, она многопрофильная, и они сегодня делают реконструкцию школ, особенно в восточной части, и говорят, мы не будем строить эти школы, потому что у вас аварийные выходы в школах, замок стоит с той стороны, с внутренней стороны швабра и цепь. Ну так это же. Говорят, мы не будем реконструировать такую школу. Если вы в ДБН не поменяете норму, где будет рычаг, когда давите, знаете, такой рычаг, как в метро есть, и автоматически выталкивают, но только с одним условием, чтобы с той стороны не было замка. И с этой, про отсутствие замка. Мы это включили в ДБН. Задаются, они приехали, но, и, знаете, свежий взгляд очень полезен. Говорят, мы, ваши школы реконструируются, делают все окна глухие. А как же вентиляция, как дети дышат? Делаете окна, рама 50 сантиметров ширины. Ну, по нормам минимум 80 должно эвакуационное быть. И таких ситуаций достаточно много. Поэтому нам не нужно делать там петицию или что-то. Нам достаточно любая идея здраво, которая нам поступает, мы с удовольствием обсуждаем. Но единственное, что я хотел бы отметить, что у нас есть цель. ДБН существует для комфорта жизни людей, и ДБН существует для безопасности людей. Исходя из этой цели, мы должны понимать, если в эту цель она входит, чтобы у нас не было таких ситуаций. Ну, может быть, мы берем философию и хотим там Китай, Гонконг сделать и какие-то другие города, это другая цель. Но тут же надо смотреть, Украина развивается немножко в другом формате. У нас есть земли. Посмотрите Гамму, посмотрите Париж. Париж есть, ну, если брать старый Париж. 7 этажей плюс 2 этажа в Новосад. Возьмите любой итальянский город. Возьмите Гамбург, немецкий город. После войны 7 этажей максимум застройки. И города комфортные, широкие проезды. Вот наша задача, и нужно сделать вот эту гармоничную часть и для комфорта для людей. Потому что сегодня, к сожалению, города-миллионники, особенно Киев, он застраивается по... Знаете, нам, когда приехал немцы, и нам они, кстати, сейчас готовят градостроительный кадастр, помогают в разработке, они высловили такую мысль, что город развивается по трем направлениям. Влияет или бизнес, или общественность, или власть дирижирует. В данной ситуации у нас многие годы очень сильно дирижировал бизнес. И тут очень важно, чтобы вот баланс был. И общественность, когда 100% сильно общественная, тоже не есть хорошо, но очень важно, чтобы вот этот баланс сочетания присутствовал. Поэтому, коллеги, хочу отметить, мы бы хотели, чтобы площадка диалога, обсуждения всех наработок была в Минрегионе. Любое предложение, я думаю, что вы просто сегодня 18 предложили, их реально еще много.
Еще раз подчеркну, мы 360 его сейчас запустим, еще к нему очень много вопросов. Но, понимаете, это он 5 лет разрабатывался, если мы не запустим, то мы никогда его не запустим. У нас это тоже была большая дискуссия. Мы его делаем и сразу его переделаем. И таких дебинов и масса. Технологии меняются. Ну, и время меняется. Да, спасибо. Я продолжу диалог, но я хотел бы всех поблагодарить за участие. Спасибо. Я хотів задати взагалі питання усім нашим експертам. Ну, от, я взагалі сам інженер, і в мене норми взяті просто з Єврокодів, іде українською, а паралельно англійською мовою. І я не розумію, чому ми не можемо там, якщо в інженерних можна зробити, чому не можна в архітектурі так, таке зробити, взяти там європейські норми. Я розумію, там національний додаток, там якісь умови щодо клімату, але все ж таки, чому не можна взяти їх. І поки ми, в мене таке враження, що ми мета не змінити, а мета обговорювати. Бо ми обговорюємо, а поки будують оце, і там нас казали, що ми замовлення змін норм, ось цього там номер телефону, можете купувати квартири, дивіться, як класно, це зараз будують по цим нормам, що зараз існують. Це за нормативами. По нормам. Тому я прошу прокоментувати. Прошу, через там 10 буквально хвилин я дам висловитись залу. З мікрофоном вас почує вся країна через телебачення. Якщо ви зараз будете себе погано вести, вас ніхто не почує. Дякую. Тому прошу, ну, Вікторе, ну, у вас є думка щодо мого питання. Мені удобно зараз після виступлення господина замміністра. Я, чесно говоря, не ожидав, що так серйозно там закручено. Я привык к тому, що знаете, после Майдана такая тотальная зневира, там что-то нам рассказывают про прекрасные речи, а потом еще ничего не делается, хуже даже становится по многим направлениям. Эти крохи позитивные, да, но то, что вы заявляете, я знаю, честно говоря, немножко больше даже, чем вы показали, что там на самом деле процессы идут, и хочется это как-то взаимодействие усилить. В связи с этим, у меня уже есть убеждение, что если... Но тут есть таких масса коллег, которые по моей прошлой жизни, если вы хотите завалить процесс, потребуйте комплексного решения. Он никогда не наступает. Например, ты выносишь дом на совет, тебе говорят, а вот а двор вы решили? Да, решили, вот двор, а микрорайон, а вот здесь еще пару кварталов, а масштаб страны. Вот это как раз то, о чем я говорю. То есть я вношу конкретное предложение, я убежден в том, что вот это комплексное решение, вот это прекраснейший ДБН, наше строительство счастья в Украине, оно никогда не наступит как коммунизм в Советском Союзе. Поэтому у меня тактическое предложение в том, что найти способ. Придумали, скажем, если вы согласны, что не надо запрещать проходную комнату, и не надо 3,8 в туалете обязательно, потому что невозможно малогабаритная квартира. Или не надо там 14 метров в спальне обязательно, потому что 13 я могу сделать, там отлично, да. Так сделать это прямо сейчас, что для этого нужно, да. Ну, нужно согласовать, есть, в конце концов, новая процедура, в Советском Союзе тоже это было, там было ведомство аж там несколько, вы всех знаете там между собой. Можно три нормы, которые я сейчас вспомнил, взять и сделать быстро. Быстро это сколько? Да? Лев Иванович говорит, что полтора года, это много, друзья мои, это вечно. Запросто следующий разговор вашей команды будет уже без вашей команды, потому что переизберут вашу команду. Давайте с вами поговорим про что-нибудь. То есть я за то, чтобы маленькими шажками идти к движению. Не надо нам прекрасно далеко. Я маленький комментарий хочу ответить, что я еще раз хочу сказать, что за два года было обращений вот с теми спорными вопросами, которые хотели поменять, начиная от балконов, паркинга, их было 560, но в 27 ДБН. Вот все эти предложения у нас, они учтены, они не будут через полтора, они уже в работе все.
360-й уже вот он за нами уже зафинализирован, он сейчас обсуждается, только он вот-вот уже выйдет. Поэтому единственное, хочу отметить, что мы голодные на идеи. Только и некоторые идеи, они иногда могут быть чуть-чуть раньше времени. Они не могут раньше, не сильно шагать со временем. Поэтому тут очень важно объединить и эту возможность. Мы за изменения, мы это будем делать. Но тут очень важно, чтобы все это гармонично складывалось. Хорошо? Спасибо. Добре, дякую. Я б хотів залучити все ж таки наш зал. Я бачу. Прошу піднімати руки. Так. Ні. Ми спочатку так, з першого, так, прошу. Так. Питання, ну, але коротко, будь ласка, дуже коротко. Дуже коротко, Сергій. Вопрос гармонизации норм, то есть вот тот, который Дмитрий задал, но на который никто в конце концов не ответил. Почему до сих пор не происходит? Зачем разрабатывать то же, что уже разработано? Почему не перевести просто с языка оригинала на украинский и использовать как проектную документацию для производства проектной документации в Украине? Множество европейских стран обладают подобными климатическими условиями в Украине. Представьтесь, пожалуйста. Включи микрофон. Включи, да? Да. Меня добре чути? Ну, шановні колеги, справа в тому, що я та людина, яка не може сказати, що вона не має ніякого відношення до всього того, про що ми зараз вели розмову. Але я не архітектор за освітою. За плечами в мене Кам'янець-Подільський будівельний технікум, Київський інженерно-будівельний інститут і економічна академія. Мої питання економіки, організації, управління, кошторисних норм. Але все те, що було поряд зі мною, починаючи з 75-го року прослуженням будівельних норм, я добре розумію, про що йде мова. Я хотів би зразу вас попросити, щоб ви кожного разу, коли читаєте нормативні акти, нормативні документи, ви читали до кінця і потім не задавали такі питання, як задали мені нещодавно наші ті, які утримуються за рахунок грантів. Питають: Анатолій Васильович, скажіть, будь ласка, а чому наші архітектори не користуються єврокодами? І коли пояснюєш, що єврокоди існують для розрахунку будівельних конструкцій і до архітектури не мають ніякого відношення, тоді мені відповідають: ну я ж дівчинка, откуда я могла це знати? Но вона давала поради, як треба рухати. Це я говорю для вас стосовно єврокодів, про які ви говорили, і про додатки. Так от, у нас немає в Європі єдиних нормативних актів і документів для всіх країн, які говорили про розроблення планувальної документації. Ну, я відповім, ви задали питання. Планувальної документації для розроблення нормативів для планувань тих чи інших приміщень. Дійсно, у Франції свої, у Голландії свої. Є речі, які дійсно нам потрібно задіяти. Але не все те, що ви показували. Я нещодавно повернувся з Японії. На рівні 9-го поверху в Токіо йдуть розв'язки на відстані 1.5 метри від балкону. Це добре? Ні. Мене запросили в гості до себе і показали мені квартиру таку, яку ми такі будиночки ми будували після паводку в Західній Україні, коли ми для циган побудували будиночки 1,2 квадратних метрів. І в Японії мене запросили в квартиру, яка має 18,2 метри. У них такі умови. Тому кожного разу Голландія має свою специфіку. І коли ми говоримо, а ми хочемо як в Європі, ні. Ось для того, щоб ми брали краще. Ні. Ви не так мене зрозуміли, почули. Я хочу вам сказати, що ось третього дня, в неділю, вилітає група фахівців в Німеччину, яких делегує міністерство разом з Гіцем, для того, щоб в Німеччині
взяти їх досвід по розробленню планувальної документації. І хочуть ці фахівці покласти це в основу нашого містобудівного кодексу. Чи потрібно нам це робити? Дійсно потрібно, хоча підходи у них і у нас, вони в деяких питаннях абсолютно різні. Тому те, що треба брати досвід, ви ми так мене почули, досвід європейський, кращий, без сумніву. Але є те, про що говорив Лев Рівазович. Є те, що пов'язане з відповідним менталітетом, з тим, тією ситуацією, яка економічно, яка складається в тій чи іншій державі. Хтось там зі мною зараз сидить, я не бачив. І от показували там от зараз на забудову. Я дійсно згоден з тим, хто говорить, я не знаю, це архітектори чи громадськість, але це порушення будівельних норм. Це не передбачено будівельними нормами. Тепер давайте по суті. Що нам дійсно потрібно зробити? Все, про що ми сьогодні говорили, треба те, що точково вносити зміни в державні будівельні норми без всякого сумніву. Інакше, коли ми будемо говорити про комплекс, як говорили, ми будемо чекати дуже довго, коли ці норми нові з'являться. Але кожного разу ми повинні розуміти, чи ці норми, які ми будемо приміняти, вони нам дадуть той ефект, який ми хотіли нам, громадянам, які живуть в цій державі, чи ні. Більшість норм дійсно найближчим часом будуть прийняті. А тепер я до вас звертаюсь. Коли ми будемо чекати, що ці норми знову розробить Київзнєп, Ніград, значить Гіпроград, то ми повинні розуміти, що Гіпроград ще є, а Київзнєпа немає. Там лишилися одиниці. У нас було 180 інститутів гіпрококсів, гіпроверфів, гіпроп'ятих, десятих, яких у нас сьогодні нема. І тепер є надія тільки на вас, на молоде покоління, що ви не тільки висловлювали окремі побажання і окрему точку зору. Треба, щоб ваші професійні об'єднання, які повинні йти через спілку архітекторів, раз, через громадські ваші об'єднання проектувальників, оці всі гільдії, асоціації, ви там дійсно повинні бути присутніми, ви повинні об'єднувати свої зусилля, і закінчую, повинні об'єднувати свої, зараз я відповім на саме головне питання, треба мати ким розробляти норми і за що розробляти норми. Почуйте, міністерство на сьогодні має для розроблення норм на майбутнє людське 7 мільйонів. 7 мільйонів. Ви розумієте, що таке 7 мільйонів для обновлення всієї нормативної бази, виходячи з тої зарплати, яку ми хотіли б мати для рядового проєктувальника хоча б 1000 євро в місяць? Чого б ми хотіли б? І от ми повинні розуміти, якщо ми цього хочемо, то ми повинні були б мати закласти в наших кошторисах сьогодні хоча б 0,1% від загального обсягу будівельних робіт, а це у нас 100 мільярдів, значить якби ми мали 1 мільярд коштів на розроблення нормативної бази, я думаю, і ви там би сьогодні з'явилися для цієї роботи. Це перша теза. І друга. Дійсно, ми втратили час, і сьогодні у нас немає в інститутах такого потенціалу, який оцей мільярд міг би освоїти. Тому на вас надія. Ви правильно все говорите. Ви повинні об'єднатися і спільними зусиллями перепрацювати ту нормативну базу, яку колись розробляли мої колеги, такі люди тепер похилого віку. Але і у вас колись буде похилий вік. Пам'ятайте про це. Прошу піднімати руки всіх, а мені здається таке враження, що просто людям подобається процес розробки норм, а не там, мета змінити норми. Можна обговорювати, ну це таке супер. От прошу машина в очках. Вибачте, я не знаю, кого я кажу, да, тому я орієнтуюся по зовнішньому вигляду. Давай. Отже, мої колеги, я б хотів поспоритися з архітектором, тому що підход у них, звісно, в свою сторону, і вони більше сьогодні не захищають архітектору, а більше захищають заказчика. Заказчик сьогодні намагається виїжджати максимально, і от сьогодні ми отримуємо цей результат. А все нормы, которые мы сегодня обсуждали, они, наверное, не пришли просто так, как мы говорим, мы не понимаем, откуда и как. Тот, кто хочет, хочу вернуться к обезьянкам. Это же мы не обезьянки. Может, к разработчику вернуться, обратиться, и почему такая норма появилась.
Это то же самое вот сегодня к тем километрам, которые на дорогу. Какие же пляж это? Радиус, вертикальный, горизонтальный. И оттуда идет километраж. А почему ступенька появилась? Ну, допустим, будет уклон 3%, а гололед, ни бабушка, ни дедушка, никто же не поднимет, а и дети по волосу. Для этого нужно сделать теплое покрытие, крыша, кровля должна быть над этим выходом. И тогда ступенька не нужна. А мы сегодня просто берем осеняем, продолжаем, нам не надо ступенька, нужна ступенька. Или другие мероприятия, или балкон стекли. А что нам говорят наши участники? У них нет второго выхода в эвакуации. Значит, если у него ходит входная дверь горы, что тогда ребенок погибает? А у него единственный выход есть балкон, а мы его стерли. А ребенок открыть не может, разбить не может. Что мы получаем? Смерть? А мы сегодня о ком думаем? Вот и получается, если бы там кнопочка какая-то была, он нажал кнопочку, и ну, раз раскрылись на балконе. Делайте это мероприятие именно в ДБН. И почему, на самом деле, нашего Жабовского, Жижерина, вы сможете к ним обратиться. Собрать наше здравоохранение, собрать пожарные и это все внести. Никто делает, что это не надо делать. Надо делать, только нужно разумно делать, и не просто так тупо отменять. Поэтому я заканчиваю. У нас є відповідь, одну хвилинку є відповідь, а в мене таке враження, що у нас, мабуть, така гарна країна, такий кисень, що всі так легко. Люди гарячі і воспламіняються. Льоша, прошу відповісти тепер. Я про ступеньку опять хочу вернуться. Понимаете, в чем дело? Ведь после ступеньки эти 2% это нормативный уклон. Вы со ступеньки на эти 2%. Поэтому ваш комментарий по поводу того, что гололед, не актуален, поскольку уклон тротуара должен быть обязательно. Вот. А ступенька это дополнительное препятствие, а не единственное. Спасибо. Дякую. Так, ми ж пам'ятаємо, що хочемо зробити комфортне середовище для усіх. Прошу питання. Давайте, я прошу. Так, коротко. Я по проєкту. Дякую. Спасибо, що ви зробили таку презентацію. Один товарищ великолепно показал негативный опыт Европы, который не надо у нас употреблять. Так? Самый первый товарищ прекрасно показал, что старые нормы являются цивилизованными, а новые, новшества ваши, являются нецивилизованными, нелюдскими. Вы собираетесь из людей обезьян делать в аквариуме, в зоопарке, да, в вольере, да-да-да, по типу голландцев, кого-то там, бельгийцев, еще кого-то. Нет, мы не такие, мы интеллектуальные люди. Мы хотим, чтобы наши дети развивались, чтобы они из окна видели прекрасный пейзаж. Чудовище. А не бетон. Не мое. Нарушение, конечно, вы продемонстрировали, как надо нарушать нормы. И эти нормы уже нарушены. Вы прекрасно знаете Бабий-Яр, где построены вот точно такие здания. Да, у нас еще Троєщина, улюблений район, побудованный по радянським нормам, там же точно по нормам, і що класно пустирі вокруг. Ну, пам'ятаю руку радянським нормам построїти. Та ви ж Пітер, ну, не треба поворачувати. Ещё, я очень хочу напомнить про детским садиком. Было очень... Ну, не поворачивай. Давай, по дитячим садочкам, але дуже швидко, будь ласка. Да, там все советські садики з бомбоубежищами. Но... Так что не надо было там ни с каких лестниц прыгать, спускались вниз, выходили аж в другой квартал. Ясно? Я радий, что радянскому телевизору приплывались пропускать передачу. Еще питання. Здравствуйте, Илья Куйковский меня зовут. У меня вопрос к Льву Ревазовичу и к Роману Галенде. Вот мы обсуждаем, как же 5 лет можно разрабатывать новый ДБН и потом быстро его внедрить. В течение этих 5 лет, пока вы разрабатывали ДБН, в Минрегионбуде отлично работал НТР. Я думаю, все прекрасно знают, что это такое. И при необходимости отступления от существующих норм просто писались компенсирующие мероприятия в случае, например, с мусоропроводами, делали там измельчители подрабатывания,
раковина и раздельные там, мусоросборники. Единственное, что к каждому этому НТР была приписка, что данное техническое решение припустимо только к этому объекту и не распространяется на другие объекты. Почему сейчас в министерстве нельзя поступить таким путем? Выпустить или указ, или в те же НТР запустить опять этот механизм и делать приписку, что данное решение действует для всех объектов при условии выполнения компенсирующих мероприятий именно таких. Это вопрос номер один. Если можно, вопрос номер два. Если министерство ищет идеи, хочет как бы дискуссии с людьми, почему нельзя сделать такую платформу, как вы сделали, например, в КБУ? Почему нельзя сделать какой-то кабинет, куда можно будет приходить свои вот такие презентации, как сделала Архиматика, или там другие какие-то будут делать люди, обсуждать вопросы, принимать конкретные решения, двигаться дальше навстречу светлому будущему. Спасибо. Первое хочу ответить. Я сказал, еще раз повторюсь. Мы взяли анализ за 2 года, было 560 обращений. Мы на базе вот этих 560 обращений, и как раз это нам техническое задание, какие ДБН поменять. И это уже сейчас в работе. Единственное, не все ДБР, не все отклонения были только поменять, ну, они, знаете, как, которые можно разрешать. Ну, к примеру, берем Ахмадет. Построилось там 2 корпуса. Один профинансирован, оборудование есть, но это целостный майновый комплекс. Вести в эксплуатацию можно только вместе. И вот только вот эта комиссия приняла, может принять решение, чтобы вести первый корпус. Ну, к примеру. Ну, поэтому это не только ДБН касалось, а потому что так разрешено. Теперь то, что касается КБУ. Ну, КБУ уже не один год создать, ну, там сделали 5 o'clock, специальный формат, которые проводили не только в Киеве обсуждения, а проводили еще во многих областных центрах. Я знаю, что буквально несколько дней назад в Полтаве круглый стол, и один из вопросов является обсуждение ДБН. Поэтому еще раз хочу, мы не ориентируемся только на КДУ, мы не ориентируемся на... Нам достаточно даже любое физлицо дает предложение, это уже тема для обсуждения. У нас для этого существует институт, он обязан сделать, мы когда вот, начали обсуждать, мы сделали все сравнительные таблицы, то есть любое предложение, и оно обсуждалось. И хочу сказать, что были нормы, когда на одну норму было 9 разных предложений. И это вопрос обсуждений, это невозможно принять чью-то одну сторону. Условно, нет плохих идей. Мы ни в коем случае не говорим, что что-то тут плохое. Но есть вещи, которые, если касается вопрос безопасности, то ну, этот вопрос более тщательно надо обсуждать. Вопрос комфорта. Поэтому еще раз хочу отметить, что у нас разработчиками институт, господин Шпилевский, главврач, он разрабатывает ДБН 360. Сколько круглых столов вы провели? 22. 22 круглые стола по каждому разделу отдельно собирались, обсуждали. И доступ к обсуждению был открыт, то есть не было закрыто. Единственное, к сожалению, что плохо, что вот вы так поздно к нам обращаетесь. Мы, ну, никогда не бывает поздно, двери всегда открыты. Поэтому, пожалуйста, любое предложение будет принято к обсуждению. И обсуждение не только институтом, а общественным обсуждением в том числе. Хорошо? Спасибо. Запитання. Скажіть, будь ласка, а не краще розробити норму, щоб всім було зрозуміло в будь-якому куточку країни нашої, як краще зробити? Ви ж багато хто мене знає. Кожного дня ми працюємо в експертизі, працюємо над різними питаннями, вирішуємо. Для чого нам робити ці, писати компенсаційні заходи? Щось уточняти, якщо можливо за один раз це внести в норму, тим більше логічну норму, щоб вона була комфортною і безпечною, і вирішити ці всі питання. І залишити ті жорсткі норми, які вже дійсно можна порушувати, і не потрібно відмовитися від них, і не потрібні комітети. І ще, будь ласка, одну секундочку, будь ласка. Я зрозумів, я ж довго дам. На рахунок розробки норм. Легко сказати, отак розмовляючись в співбесіді,
якесь одне питання підняти, або чи інше, там, загальними фразами, а отак було б краще, а навіщо воно? Але коли сідаєш писати норму, то виявляється, що зовсім по-другому все виходить. І так легко її написати, щоб у всіх випадках задовільнити і донести смисл кінцевий, те, що хоче донести автор дебека. Зараз розроблена перша редакція зміни номер 1 до ДБНу автостоянки. Ці всі питання, які були підняті паном Дмитром, внесені туди. Зараз на доопрацюванні ДБР житлові будинки. Всі питання внесені вже туди з цими поправками. 360-та закінчена. Зараз розробляється ДБН громадські будинки 229 з двома іксами. Будь ласка, давайте коментарі і, будь ласка, якомога поконкретніше. Не загальними питаннями, а що конкретно, в який пункт внести і максимально подумати на всі види будинків, а не тільки конкретно на ваші, які ви, можливо, частіше проєктували. Тому що в нас є і промисловість, і житлове будівництво, і громадське, ДБН газопостачання. Друга версія наразі доопрацьовується. І будуть введені нові норми ДБН газопостачання України між проєктом. Так що прошу, будь ласка, допомагайте, і ми всі разом зробимо нормально. Там було дуже хотіло дізнатися, скільки в Києві пожежних драбин. Драбин, яких ж, значить, можна спасати людей з 28-го поверху, 32-го поверху і так далі. Не знаю, до кого. Я знаю, а ви хочу, що ви мені сказали зараз. Скажіть мені, будь ласка, скільки? Так давайте ви скажете, давайте. Ні, хай спеціаліст скаже, та я потім підтверджую. Ну, по-перше, це не є моїм безпосереднім обов'язком знати, скільки драбин є. По-друге, наскільки я пам'ятаю, наскільки на весь Київ при такому будівництві висотному, яке зараз всі лобіюють, розумієте? Може, конфедерація будівельників чи інші всі об'єднання будівельників скинулися би в кінце концов. Спочатку, значить, зробили, значить, безпеку забезпечили людей, розумієте, да? А потім вже будували свої висотки. Це перше. Друге, всі проти висотного будівництва. Можна ще ніхто про це не казав. Він забрав. Тому що... Мікрофон, пожалуйста, чоловіку. Вибачте. Чоловік задає питання, дайте йому мікрофон. Є регламент. Кожному дамо слово, але людина хоче прорекламувати брошуру. Дякую, не знаю. А кого прорекламувати? Тому, якщо залишиться час, Денис, там було питання, будь ласка. Вибачте. Погані спеціалісти. Все, що можна сказати. Погані. Які ж підготували ці средства? Добрий день. Справа Анатолій Олександрович, архітектор. Бить не буду. Я так последний раз там скажу вопрос один. Хочу поверить, так же, как Виктор Зотов, Сир. Здесь сидит молодежь. Молодежи практически с ней, никто не ходит ни в регион. Ее практически там не бывает. И то, что Олег Иванович вас просил приходить, приходите, потому что у вас есть новые идеи, нормы. Я был один из тех, кто начинал нормы нашего государства, Украины. В 93-95 году мы разрабатывали нормы по жилым зданиям. Мы взяли европейские нормы и полностью применили. Поэтому, когда нам говорят, что у нас жилое здание не европейское, извините, мы полностью выполнили требования ЕС. ЕС, когда объединялась, они подготовили нормы для всех стран ЕС, чтобы собрать, чтобы все были одинаковые. Нету единой нормы на Европу. Есть в каждом государстве свои национальные. Мы взяли, мы проработали полностью, и только уже в 2000-х годах вышли эти нормы, долго не выпускали. Что мы закладывали? Мы закладывали в них социальное жилье. Только социальное жилье. Что за которое государство отвечает? А те нормы, которые сейчас строят фигню на Рыбальском острове, это убитые здания. Как их продают, я не знаю. ТЭЦ, которая там остается и которую китайцы хотят переделать под угольную ТЭЦ.
Это будет ужас. Как там люди будут жить, я не знаю. А это должен сидеть архитектор. Я там тоже буду. У нас нарушается большая норма. Основная норма – это генеральный план. Генеральный план у нас отвратительный. У нас доведены они до уничтожения. И те нормы, которые мы сейчас принимаем, 360, они очень плохие, но их надо принять, как можно быстрее принять, потому что они будут переходные. Анатолий Всеволодович поднимал вопрос и спрашивал, сколько выделяется денег на нормы? 7 миллионов, это много. А сколько выделили на 360 ДБР, чтобы изменить? Иван Иванович сидит, он знает, потому что он главный. У него больше 30 человек работало за 260 тысяч. У него это люди разных организаций, они получили за те 2 года, которые он делал, копейки. И потом пригласили общественность и сказали, общественность, вам что-то не нравится, меняйте. И общественность пришла, и общественность что-то меняла. Я считаю, это не подход государственный. На нормы необходимо выделять большие деньги, потому что генеральные планы, ДПТ, они стоят очень дорого. И норма для этого должна быть, я еще не узнаю. Я скажу, мне сказали, через 3 года мы будем делать. Я сказал, я думаю, это классно. Вот на чем он сказал. Почему? Потому... Ну, дякую, дякую. Прошу, ну це наше дуже довго. У нас є експерти, які хочете почути. Ну, будь ласка. Я закончу. А чому ні? Дискусії між експертами. Є така пожарники і СЕС. СЕС вже убрали норми. І пожарників теж. І це єдине, що у нас змінюється от нас і в Європі. И еще, Лев Иванович, когда вы начнете любить архитекторов? Когда вы начнете любить архитекторов? Архитекторы до сих пор не имеют возможности выдавать сертификаты. Когда? Вы сказали, подпишите документы, что Союз архитекторов сможет выдавать. Я думаю, все. Питання є, дуже коротко, прошу. А забігає, нічого не скажете, а забігає. Давайте, ну, це не потрібно. Просто відповідь. Архітектора ми дуже любимо. Ми, єдине, хочемо чуть-чуть видачу сертифікатів і обучення чуть-чуть підкоректувати. Мы реестр хотим забрать министерство, а вот программу обучения все-таки, чтобы было общее для всех, и хотим, чтобы не было монополии, хотим, чтобы это было открыто. Поэтому у нас этот вопрос обсуждался. Что? Нет, Союз архитекторов продолжает, будет работать, но мы хотим, чтобы не только они, но могли и любые учебные организации делать и обучать в том числе. Хорошо? Но, и еще раз хочу ответить за пожелания. Действительно, к нам в министерство ходят больше старшие люди, которые переживают город. И та дискуссия, которая сегодня здесь появилась, я рад, что много молодежи, которые совершенно по-другому смотрят. И мои дети на порядок будут умнее и толковее меня, и они лучше смотрят на вопросы, поэтому от вас, молодежи, дайте нам предложение. Давайте еще раз хочу сказать, не будет ни одного предложения, не обсуждено, и которое мы не включим. Хорошо? Спасибо. Денис, одну минуту. Вероника, первая минутка по этому голосу. Главное, друзья, не змени, а мета, заради чего ее змените? Правильно пан Парсал? Як ви життя людей ви маєте підвищувати? Міста Київ, за що було, якщо я кажу конкретно про місто Київ, хоч тебе не стосується кожен, да? це місто парків. І наші діти, і наші люди мають гуляти в парках, в скверах, розумієте? Ми маємо широкі простори мати, так як це має, до речі, місто Берлін. Оце все, що ви показали, це збудовано з порушенням ДБН, на жаль.
Хотілося б дати, що стосується дитячих садків. Друзі, це не має вирішуватися на рівні кожного житлового комплексу. Новий архітектор ж це має знати, маєте знати. Для цього існує генеральний план розвитку міста, правильно, який збалансовує розвиток територій. Для цього існують детальні плани територій, де передбачені об'єкти соціальної інфраструктури. Далі хочу надати відповідь от пану, який про дороги нам розповідав. Ви кажете, в ДБН не написано, чому їх треба дотримуватися. Так? Так і в законах не пишуть, і в кодексах кримінальному не пишуть, чому треба дотримуватися. Але пишуть, що вам за це буде, що ви не будете дотримуватися. Розумієте? Дякую. Так, воно дуже треба. І щодо евакуації машин з паркінгу, було не зрозуміло, чому треба. Так? Та щоб вони не зірвалися всі, і щоб будинок стояв. Треба страхувати нерухомість. Тут, друзі, я, наверное, не буду комментировать садики. Я хочу просто вот с вами такой небольшой вопрос. А поднимите руку, кто здесь профессионально работает в строительстве? Архитекторы, ну то есть строители, архитекторы, все, кто там имеет к этому отношение. А поднимите руку, кто хоть раз из вас приходил на круглые столы из архитекторов. Да? А теперь поднимите руку, кто прочитал новую редакцию 360-го ДБН, которая уже висит давно на сайте Мирегион. Ну а теперь посмотрите, собственно говоря, насколько активно вы, как молодежь, профессиональная, экспертная среда, принимаете участие в формировании той законодательной базы, в которой вы десятки лет потом будете работать. И обратите внимание, да, что как бы пассивная ты с вашей стороны, пассивная позиция, как бы позволяет, возможно, исказить эти нормы в ту сторону, которую вы не хотели бы, чтобы они шли. Одну хвилину по дитячим садочкам и дам слово вам. По детским садикам я бы хотел сказать, мы же как раз хотим поднять эту проблему. Вы говорите, у нас прекрасно эти нормы советские по садикам. Но их просто не строят. В ДПТ их носят, оставляют на последний этап, построили жилье, садик не построили. Я это не лоббирую, я предлагаю, чтобы садик был встроен в здание, чтобы у застройщика не было возможности его не построить. Нет, да. Поставьте застройщика, сначала садик, а потом строить жилье. Вам тогда придется вернуться, к сожалению, 27 лет назад в Советский Союз, когда это получилось. Надо брать лучшее. Да. Мафейка крови. Говорят, это хорошо, что у вас есть нормы, которые ограничивают и заставляли строить садики. А у нас не строили. И мы вот это вынуждены были встраивать это в дома. А это они радуются, что у нас есть садики. А вы теперь идете к тому, чего не должно быть. Догонять детей, извините, в клетку. Помыть о молодежь. У вас еще детей нет. А прикиньте, когда у нас будет детей, я не буду прыгать, знаете, что у меня прекрасный дорог. Но как вы держите? Вы не представляете, какая-то аварийность. Я коротко, бо у нас же час. Я залив. Доброго вечора. Я зразу попрошу не хвилину, хоча б дві. Сергій Білоус. Я вас дуже уважно послухаю. Сергій Білоус, директор департаменту містобудування і архітектури Мінрегіону. Шановні колеги, я так думаю, що більшістю я з вами знайомий, мене багато хто знає. Ви знаєте, я ніколи не думав, що ми зараз почнемо знову конфліктувати. Я думав, що коли було по 300 чоловік у нас в міністерстві під час розвитку положень ДБН, я думав, що там були серйозні конфлікти. І я думав, що все перейшли. Зараз ми повертаємося до нового обвитка. Що, на мій погляд, що треба зробити? ДБН – це є похідна від нормативно-правового акту, від закону. Буде в законі, будуть зміни. Давайте міняти підзаконним актом, технічно приймати нормативи, змінити ДБР. До чого я веду? Ми сьогодні в ДБРі 360-му, який ще чинний, не приймаючи його, ми даємо знову можливість порушувати містобудівну дисципліну. Приймаючи новий ДБР, ми робимо, це може точкові зміни, але вони сьогодні повинні влаштовувати не тільки нас як влада,
не тільки архітектор, як виконавці цієї роботи, виконавці суспільних замовлень, але і громада. До речі, ми думали, що ми з громадою вирішили всі питання. Те, що пропонує, я колись з паном Віктором зустрілися на одній, у нас така була зустріч, і також стало питання ДБР, і я просив тоді надавати пропозиції. На жаль, за два роки ні на одне не йшло. І сьогодні я дякую от, пану Васильєву. Дійсно, це конкретні пропозиції, порівняння таблиця, а що ж змінити? На жаль, так вийшло, що в них є своє бачення, і вони мають право на це бачення. З тих пропозицій, які вони внесли, 80% враховано в цьому ДБР. І якщо уважно прочитаєте, вони є, і це те, що влаштовує. Не влаштовує те, про що говорить громада. Я хочу сказати про наступне. Я думаю, що не політики врівноважать ситуацію в будівництві планеті тонні. Тільки архітектори. Але за умови, що ми будемо дотримуватися трьох постулатів. Бізнес, влада і громада. Якщо ми знайдемо компроміс інтересів, угоду, громадську угоду, громадянська позиція, коли буде виражена бізнесу і влади, тоді все стане на місце. Я до чого веду? Сьогодні ми в форматі законопроекту 6403 даємо такі важливі. Ми даємо важливі органу місцевого самоврядування приймати рішення стосовно забудови, планування території, залученням, з максимальним залученням громад в той стіл. Наступне питання. Давайте. Сьогодні ми працюємо над новим законопроектом. Це реконструкція кварталів застарілого житлового фонду. Це те, що турбує більшість присутніх і всі знають про розмови. Давайте таким колективом, таким загалом включати цю роботу. А не так, що інститут сьогодні вніс пропозиції, почали працювати, готова приймати позиція, а застереження пропозиції, ну вибачте мене, ноль. Давайте сьогодні встановимо такий конструктив, щоб, знаєте, після таких нарад, як нас, давайте домовимося про наступне. Виносимо все, що розробляється в міністерстві, на загальне обговорення для громади, для архітекторів. До речі, я шкодую, тут я не бачу нікого від спілки архітекторів, але тут багато молодих, які цими питаннями опікуються. Давайте спільно рішати ці питання і знімемо всі питання. Як вже забували, вони сюди не приходять. Кого забували? Давайте просто вже у нас дійсно час. Значить, я прошу, шановні колеги, ще раз вам хочу попросити, що такими заходами в адрес народу ми нічого не рішимо. Тільки разом. Я вас прошу, сьогодні міністерство відкрите, ніхто нікого не збирається не пускати. Будь ласка, заходьте, присутня тут громади, які приходили день і вночі, до 10, до 11 години ночі. Давайте працювати разом і знімати всі питання. Але при цьому, я що прошу, давайте все ж таки ДБР закриємо це питання, приймаємо його. Ті питання, які не війшли в ДБР, давайте обговоримо з спеціалістами, там 6 чи 7 позицій. Дякую. Нас дуже мало часу, прошу, там буквально по реченню кожного з наших спікерів і будемо завершувати. Мені здається, дуже було правильно, якби ми зараз максимально це конструктивне русло підхопили. Я, ідучи після пана Білоуса, продовжую його пропозицію, але що я чую? Давайте пропозиції. Я не чую, в якій формі, кому, де той мейл, де той список відповідальних. Все це зветься, там три крапки, зветься. Дозвольте запропонувати мою думку стосовно форми прийняття рішень. Все, що має робити влада, в даному случаї, в випадку міністерства, це розробляти механізм прийняття рішень. Тобто, це все, що я зараз почав, хто відповідальний, можна знати. Є сайт, на якому збирається ця інформація. Там є форум, є дедлайни. Я хочу дізнатися про спосіб. Бо, якщо на мене було показано, то протягом тих років я багато чого вносив. Але воно все в вітрі за тиждень, так, після того, як я результат дав. Тому я пропоную, зробіть, будь ласка, прозорий механізм, і не такі живі зібрання, вони не потрібні, вже є інтернет, тому там можуть збиратися,
є адміністратор, він відомий. Відомі способи прийняття, хто за які терміни відповідає і хто буде випадково, що зникне якась там інформація. Там багато питань. Спосіб прийняття рішення. Дякую. На самом деле у нас, еще раз хочу отметить, зараз заводку КПНА, базовый институт. Хочу отметить, что прежде чем начать работу, мы вообще разработали алгоритм прохождения ДБН. Ну, я, к сожалению, с собой не взял, но в этом алгоритме у нас самая первая встреча, когда мы обсуждаем, выносится концепция как идея, и через круглый стол фактически набрасываются все возможные идеи. Это самое первое, с чего мы начинаем. После того, когда набрасываются все идеи, институт, который за это отвечает, у которого есть специалисты профильные, готовят материалы. Более того, там невозможно подготовить только одними и их специалистами, потому что есть вопросы безопасности, есть вопросы санитарных норм. Нам необходимо еще привлечь и профильные министерства, которые тоже предложат версию. И тогда у нас появляется первый драфт ДБН. Вот. То, что касается открытости и прозрачности, хочу сказать, что все публичные обсуждения, все ДБН на Фейсбуке, на сайте министерства, на сайте института всегда вывешивалось, более того, они вывешивались для обсуждения. Единственное, рад, что лучше поздно, чем никогда, что мы так собрались, обсудили. И еще раз хочу сказать, что мы нет плохих идей. Мы любые идеи обсуждаем, вопрос дискуссии, к чему мы придем. Мы по поводу телефонов, все телефоны институты дают, кто ответственный за это, тоже даем. Ну, в данной ситуации мы не готовились им, чтобы ответить на такой вопрос, но более того, делается страничка в Фейсбуке, мы готовы это все публично, открыто организовывать. Это мы провели в прошлом году. Начали так. Если у вас по организации есть замечания и предложения, мы готовы открыто к этому вопросу. Поэтому, коллеги, пожалуйста, терпение, предложение и включайтесь в работу. Рад будем новым предложением, новым взглядом. И, конечно, хочу отметить, что единственное, быстрых решений невозможно, потому что у нас есть процедуры. Где-то они нас будут раздражать. Я человек с бизнесом, меня они тоже очень сильно раздражают. Но, к сожалению, та бюрократическая, которая машина есть, и где прописаны в законе процедуры, в постановках кабинета министра, они делаются только для того, чтобы случайным образом не зашла какая-то лоббирующая идея, и чтобы кто-то мог пролоббировать. Поэтому это обезопасно. Дякую. Спасибо. Зараз давайте потім вже окремо. Друзі, я ще раз хочу ваше внимание на тот факт, что министерство ищет компромисс, да, между стороной общественности и общественных организаций и профессиональной плоскостью. Поэтому, скажем так, в зависимости от активности той или иной между вами, там, общественностью, то этот компромисс может быть найден левее и правее. Да? По поводу открытости, я вот уже несколько лет добиваюсь от Министерства разъяснения по живому ДБНу по поводу общих комнат. Да? У нас в составе живого ДБНа нигде не прописано, что в состав квартиры должна обязательно входить общая комната, но регламентируется ее площадь. На попытке все письменные обращения ДБН мне просто присылают, как вы теперь из того же самого ДБН. Ну, как бы это по поводу открытости и диалога. А в принципе, я за тот механизм, который говорит Виктор, да, его надо сделать четким, регламентируемым, понятным, возможно, как бы на базе сертифицированных специалистов, и простроить этот алгоритм живого изменения жизни. Давайте ми зараз, якщо 5 хвилин дайте нам, будь ласка, якщо залишиться час, ми вам дамо задати питання. Дякую.
У нас про ДБН дискусія, прошу, тому це не трошки інше. Дмитро, прошу. Очень животрепещущий вопрос, очень оживленная дискуссия. Я хотел бы, наверное, воспользоваться случаем и какие-то свои пожелания высказать, которые у меня в процессе преподавательской деятельности есть касательно ДБНов. Новой редакции ДБНов хотелось бы видеть с большим количеством объяснений и пояснений, для того, чтобы не было таких ситуаций, когда вопрос нужно дополнительно запрашивать, и на это приходит ответ в той же формулировке. И хотелось бы видеть большую синхронизацию действительно с европейскими нормами для того, чтобы наши специалисты были востребованы на международном рынке. Это наши молодые инженеры прекрасные, они прекрасно разбираются, прекрасно работают на европейском рынке и рынке постсоветского пространства. Хотелось бы дать им для этого больше инструментов. Спасибо. Зараз принесуть мікрофон, а поки Роман, прошу вас. Останню справу. Ви дайте можливість людям висказати, задати вам питання. Ви тільки що, ви вже палі. Дайте, пожалуйста, людям висказати питання. Ми вас уже слышали, дайте людям высказаться, люди слышали. Просто люди хочуть саме высказатися, але не задати питання. А у нас є кому задавати питання. Я прошу прессу. Це правильно. Я прошу прессу. Внимательно обратіть на то, как они себя ведут. Ужас. Сюда пришли люди, которые хотят задать вопросы. Дайте возможность этим людям высказать. Вы задаете питання. Мы вас выслушали. Дайте людям. Дайте людям виступити і задати питання. Це не площадка висказування людей. Люди задають питання. Ви не задаєте питання, ви намагаєтеся прорекламувати. Так. Очень благодарен, спасибо большое. Я хотел задать вопрос. Чисто вопрос. Я давно занимаюсь этими вопросами, и ничего против не имею понижения ступеньки или там в парке. Но я вот просто ребята, которые делали презентацию, вот, опять-таки из чистого любопытства, вот, если убрать ступеньку и лифт, мне кажется, что все нововведения, которые вас беспокоят, они ведут к реальному уменьшению комфорта жизни, уменьшению этого комфорта. Я согласен, что эти нормы надо менять, но я не могу понять, почему в перечне ваших инициатив не существует ни одного предложения, которое бы реально улучшали жизнь киевлян или просто городских жителей, или не только городских. Например, предложение по двум машинным местам на квартиру в центре и полутора на окраине. Предложение по, скажем, по детским садикам, ведь это реально шаг назад. Я понимаю, что сегодня мы вынуждены идти на встроенные садики, но это плохое решение. Я не хочу, чтобы мои дети, как в Японии, вот, дремящие человек. Я не понимаю, почему вы не занимаетесь вопросами каких-то нормативов, связанных с коммунальными паркингами и необходимостью их строительства. Почему не идут инициативы? Что мы делаем с застройкой хрущевками? Что мы делаем с машинами? Вы сегодня ставите машину под домом, не четырехэтажные, с четырехэтажные. Почему не думаем о зоне, который 10 лет лежит на полке, который постановил этот ужас, который сегодня мы видим на краксоветах? Просто ужас. Те, которые сегодня выносятся, это страшное дело. Это нашим детям придется все расхлебывать. Это позор Украины. Вот где предложение молодых за то, чтобы улучшить, а не ухудшить нашу жизнь? Вопрос. Дякую. Одну секунду. Відповідь. Да, большое спасибо за вопрос. Мы, в принципе, готовы это все поддержать. Просто целью моей презентации было спровоцировать дискуссию, специально поставить провокационные вопросы.
ну, я считал, что получилось. А, конечно же, нужно 1,5-2 паркоместа на каждую квартиру, конечно же. Тут нечего обсуждать. Конечно же, стройный детский садик хуже, чем отдельно стоящий, но давайте смотреть реально на экономическую ситуацию, которая есть. Вот. Но, пусть лучше будет стройный, чем не будет никакого. Вот. Я просто либертарианец по взглядам и считаю, что рынок должен контролировать все, а не коммунизм. Простите меня. Это кизомат. Вы забыли, что общественность — это те потребители, которым вы строите. Сейчас вы хотите нам заткнуть рот. Типа нас это не касается. Совершенно не хочу заткнуть вам рот. Есть просто проблема. Есть небольшая проблема. Если вы будете отвечать, то проблема не пропадет. Поскольку вот этот ужасный пример Киевгорстроя, который я показывал, который я считаю плохим, который я считаю плохим, вы меня послушаете, пожалуйста, перестаньте кричать. Вот. Все квартиры распроданы для потребителей, к сожалению. Дійсно так, все купується, бо це бізнес. Питання. Марина Тарасюк, кандидат педагогічних наук, громадська рада Держлісагентства, геоекозагін і так далі. У мене питання по концепції містобудування, а саме, питання дуже просте. Чи існує в головах наших високопосадовців Лів Привазович, Іван Іванович, пан Сергій, цифра, яка виражає максимальну кількість населення мегаполісу. Значить, а тепер я хочу роз'яснити. Справа в тому, що 5 років тому назад у Києві проживало 3 мільйони людей. Зараз уже по статистичним, я точно не пам'ятаю покір, але вони достовірні статистичні дані показують, що вже 9 мільйонів. Але саме головне, чи державні норми будування, містобудування, чи вони осмислюють, чи вони розраховують кількість стічних вод, які формуються і де вони переробляються. Мова йде про те, що 22 лютого був круглий стіл зелених організацій зеленого світу, екологічних, так от питання, скільки може вмістити резиновий Київ? Ми колись чули, що Москва не резинова, але ми зараз бачимо, що все будують, будують. Це максимальна кількість населення мегаполісу. Оце мені цікаво. Давайте не будемо строїти туалети. Зачем вони? Бортинська станція не перерабатує, не успіває перерабатувати. Біля Бортинської станції Дніпро руку не можна впустити, бо облізна шкіра. Київ забудує всю країну через те, що державні норми будування не враховують, що стічні води отруюють усі води, які тільки рядом. Дякую. Останнє питання. Ще я хотіла сказати, мені забрали мікрофон. Давайте я вмію це займати. Ви можете дуже довго. Я не треба виконати. Давайте повагу. Що ви тримаєте за цей мікрофон, значить він золотий. Моє прізвище Шпилевський Іван Іванович, я якраз представляю інститут діпоміста, який є основним розробником ДБНу планування і забудови територій на заміну 6 ДБНів, в тому числі і ДБН 360-92. Те, що пан Дмитро показував із ДБН 362, там є ще одне питання. Але я не буду зараз говорити про ДБН. Ви можете з ним познайомитись на сайті нашого інституту, на сайті міністерства. Розміщена перша редакція, друга редакція. Конкретно приготували запити і пропозиції. І на сайті нашого інституту ви зможете побачити, хто задавав які запитання,
і відповідь та зняття таблиця. А тепер я відповім на ваше запитання. Кожен населений пункт – це є живий організм. Він розвивається, змінюється, і зупинити це неможливо. Що стосується розрахунків водопостачання, каналізування, електрозабезпечення, газозабезпечення, є такі норми, і під час розроблення будь-якого генерального плану вони враховуються. І основним показником для цих розрахунків є кількість населення перспективно в цьому населеному пункті. Це чітко все прописано. А для того, щоб у нас не було поганих стічних вод, нам потрібно застосовувати нові технології, як, до речі, кажу, тільки про очищення стічних вод. Так, я не торкаюсь інших питань. Я дякую. Я віддаю вам. Я не дякую за... Я не почув цифри. Лев Іванович, слышите, какая максимальная цифра населения Киева? Перепись населения же не было, же не требуется. Максимальной цифры нету, к сожалению, невозможно ее показать. Единственный важный вопрос, это чтобы город в социальной сфере развивался по параллельно количеству населения. И очень важно прогнозировать это развитие, что, к сожалению, в многих городах этого нету. Нет. Скажу так, что мы буквально в эту субботу вместе с Сергеем Рыславовичем Левским, со многими нашими сотрудниками ездили в Житомир, презентовали будущий градостроительный кадастр. Мы его хотим сделать публичным, открытым, и все данные, которые есть, вплоть до там, всей информации, что было заранее открыто. У нас сегодня, так, к сожалению, многие города используют в закрытой форме, и местоподобные умовы выдаются индивидуально. Поэтому вопрос, вот Владимир Владимирович задавал, говорил, что если голубой зоне, например, прорисован, было бы целевое назначение всех. И тогда бы не было бы тех проблем, когда, если запланирована там школа, а сегодня строится там вот тот жилой комплекс, который вы видите. Вот это надо во главу угла ставить. Но тут, к сожалению, ответственность, мы сейчас думаем, как ужесточить местные органы власти, чтобы они эти свои обязательства выполняли. Но это ответственность местных органов власти. Мы хотим даже вплоть до радикальных у нас идей сегодня, что в первую очередь строится социальная инфраструктура, потом только жилая. Но она тоже чуть-чуть нелогична, потому что но должны быть четкие просчеты, четкий анализ и зоны тут во главу угла. Знаете, можно еще одно слово? Это немножко дискуссия. Это уже не дискуссия, я хочу просто... Информация. Дуже цікаво для Льва Івановича в тому числі. Справа в тому, що зараз розробляється проєкт закону про перехідний статус в столиці України, який розробляють креативні депутати. Да. Як, значить, що це значить? Що можливо, значить, буде запропоновано киянам змінити статус столиці Києва, щоб це не було. Дуже багато різних обговорень. Але ми не прийшли до висновку. Мене звуть Віталій Писаревич, я виконавчий директор Конфедерації будівельних України, яку вже згадували не один раз. А що робити? Давайте вдаримо конюхам, бо їх у нас буде. Немає. І насправді нам треба будувати дуже грамотну дискусію, комунікації, яка дійшла до регіону, і дійсно можна було врахувати виважене рішення. В який спосіб це зробити, поясню. Ми 3 роки назад задумалися над тим, що наша держава не вміє зробити нормальне громадське обговорення своїми громадянами, з бізнесом, з суспільством. І ми запропонували, подивилися, як скільки це робиться, і запропонували державі певний формат. Цей формат називався саме як формат, «Пайк-флоу». Це те, як в Британії робиться. Виважено з громадськістю, з суспільством, з експертами. Поговорюється будь-яка ініціатива. І не поспішаючи, саме на засадах суспільного договору,
виноситься і приймається, значить, нічого не це. Всі новели і всі виклики, які в цьому ДБРі є, в українському домі в постійному режимі. Це і так. І тому я хочу сказати наступне, що Конфедерація будівельників України, вона об'єднує представників і компанії різних професій. Це і технічні менеджери, це і компанії, які беруть участь безпосередньо в будівництві по різним напрямкам. Але в нас всюди, на всіх наших дверях, на всіх наших буклетах написано те, що якщо ти відповідаєш цим критеріям, які тут написано, а там написано інтереси держави, інтереси суспільства і інтереси бізнесу. Це три фільтри є обов'язковими для всіх, абсолютно. Тому що окрім того, що ми є бізнесмени, ми ж є батьками наших дітей. І ми після себе повинні залишити наші міста в такому стані, щоб нашим дітям було комфортно в ньому проживати, комфортно в ньому творити і працювати. Саме тому, те, що стосується членів конфедерації, якщо ви розділяєте кодекс честі, якщо ви розділяєте ці цінності, будь ласка, можете бути членом конфедерації будівельників України. Але формат Five O'Clock і майданчик Five O'Clock ми створили для вас усіх. Ви можете не бути членом конфедерації будівельників України, але обов'язково всі ваші ініціативи, вони будуть зроблені і доведені до відома міністерства. І якщо ви хочете дійсно зробити оперативні зміни, я вам пропоную, ми маємо залу, ми маємо фронт-офіс, який допоможе правильно виписати і звернутися до тих, хто опікується тою чи іншою політикою, для того, щоб можна було почути. Я дуже коротко один приклад. Для чого це треба зробити? Сміттєпроводи. Сьогодні звучало декілька разів. Сміттєпроводи – це не тільки ДБР, це передусім Санпін. Санпін 145. Пункт 2 – трактор 17. Є або сміттєпроводи, або ви можете не влаштовувати сміттєпроводи, але повинні технічний вір і прилади для обробки відходів. Ми в 2016 року, на початку 2016 року, після того, як ми зробили такі громадські обговорення, звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Отримали відписку. До Держслужби отримали відписку. Ми написали звернення до народного депутата, народний депутат, депутатський задання до пана Гройсмана. Знаєте, що отримали? Ми також отримали відписку, на превеликий жаль. Якби ми знали в свій час, що у пана Васильєва є можливість безпосередньо поспілкуватися з Володимиром Борисовичем, я би хотів би напряму задати питання. Чому ти зробив відписку на ту пропозицію, яку ми ініціювали ще 3 роки назад? Тому гуртом легше батька бути. І якщо ми об'єднаємося, ми дійсно зможемо реалізувати ту політику, яку ми всі хочемо. Сучасні, але не шкідливі у комфортні проживання державних будівельних будівельників. Дякую. Я думаю, це звучало дуже важливе теза, що можете підходити на ці обговорення, на поклоку. Там вже, а ми можемо закінчувати, у нас тому вже традично закінчилися навіть у спікері, і нас звідси виганяють. Я думаю, ми всі за комфортне місто, просто різне бачення, але дякую всім за увагу, я думаю, що будуть потрібні. Дякую вам, що прийшли.